Приветствую всех любителей игры «Цивилизация Сидомейра». Традиционно вы слышите Лёшу Халецкого, а значит, вы на канале «Лёша играет». Кстати, подписывайтесь на него и не забывайте рассказывать о нем всему человечеству, ведь чем больше подписчиков, тем больше у меня желания делать новые видео. Итак, сегодня у нас религия. Религия появилась вместе с аддоном Gods and Kings, и дело в том, что очень много в ней непонятного, очень много вопросов по ней возникает, и поэтому я решил сделать целое видео, в котором мы разбираем пантеоны, верования и вообще, как работает религия в этой игре. Вот вначале вы обратили внимание... Мои соперники выбирали те нации, которые им больше нравятся, а не случайным образом, как обычно мы играем в сетевой игре, ставим полностью рандом, и та нация, которая достанется, то и играем. Здесь каждый себе выбирал, потому что я сам выбрал кельтов для того, чтобы вам показать игру через религию. Вообще, можно сказать, что в пятой циви 3,5 религиозных наций. 3 конкретно религиозных – это кельты, майя и Эфиопия, у которых такие религиозные бонусы очень сильные. А в половину я добавил Византию, Сангай, Египет. То есть те нации, у которых либо здание религиозное – уникальное, либо какой-то бонус еще с религией связан. Решил играть я кельтами, потому что майя я вам уже делал видео, а у Эфиопии не такие интересные религиозные бонусы, как у кельтов. Вообще, я всю эту игру буду, опять же, как и в майе, играть через расползание городов. Во-первых, потому что у некоторых моих зрителей возникли сомнения, что стратегия расползания городов может работать в сетевой игре и на картах поменьше стандартной. Так вот, я сейчас играю за кельтов в сетевую игру на маленькой карте, то есть на 6 человек, и вот уже получил пантеон. Так, сейчас мы остановимся, я буду подробно рассказывать про пантеон. Сделаем паузу. Единственное, я сейчас еще хочу обратить ваше внимание, кельты одними из первых получают пантеон, потому что у них прикольный бонус. Те города кельтов, которые находятся рядом с двумя клетками леса, получают плюс один к вере. Если... клеток леса 3, то аж плюс 2 к вере. Поэтому я первым получил пантеон. Вот я для вас сделал такую табличку пантеонов. Напомню, что разрешение этого видео 1280 на 720 точек. Вы можете вот сейчас видео остановить, сделать скриншот и распечатать себе эту табличку, чтобы потом во время игры было удобно ею пользоваться. Опять же, вот у меня, например, очень часто в сетевой игре, когда идет таймер, я не успеваю принимать религии или пантеоны на том ходу, когда он появился, потому что я заранее, не знаю, какой еще пантеон принять. А когда я вот себе распечатал эти таблички, которые буду показывать сейчас, они у меня у самого есть всегда теперь перед глазами, и я еще до того, как принять религию или пантеон, смотрю на свою местность, ну так, предугадываю свою стратегию и выбираю, какой принять религию или пантеон. И быстро, когда уже приходит время, быстро ее принимаю. Просто раньше иногда было из-за этой спешки я что-то не то принимал, вообще, что мне не подходит. Вот. И теперь сейчас я вам буду рассказывать подробно про каждый пантеон, плюсы и минусы его. Вообще, я в интернете встречал, что верования пантеона разбивают на группы в зависимости от того, что они дают. То есть отдельно те пантеоны, которые дают культуру, отдельно, что дают производство, отдельно, которые дают рост городов. Но мне лично это неудобно, потому что я принимаю пантеон в зависимости от того, на какой местности я появился или какую я стратегию выбрал развития. Поэтому я разбил пантеоны несколько на другие группы, а именно на 6. Значит, группа, в которой пантеон дает бонус в зависимости от города. Далее пантеон, который дает бонусы в зависимости от улучшений рядом с городами, в которых принят пантеон. Далее бонусы в зависимости от ландшафтов и ресурсов рядом с городом.
Потом пантеон, который дает бонусы в зависимости от зданий. Далее пантеон, который дает бонусы войне или защите. И, наконец, оставшиеся пантеоны, которые ни в какие другие группы не подходят. Итак, первая группа. Пантеоны, которые дают бонусы в зависимости от населения города или вообще бонусы городу. Как видите, совершенно разные, то есть начиная от производства, заканчивая культурой и ростом населения. Бог ремесленников даст один молоток во всех городах с населением от 3 и больше. Очень удобно в начале игры, очень классно, если вы играете, кстати, вот как я на спам городов, когда их много маленьких городов, они обычно до 3 все дорастают, и у них очень высокое производство. Ну, это опять же в начале игры. И в них очень быстро строятся юниты, особенно военные, и вперед захватывать все, что рядом. Богиня любви дает плюс одно счастье с городом населения больше 6. Это уже для городов на развитие, то есть не для много маленьких городов, а для нескольких больших. Если вы так планируете не строить здание к счастью, то, в принципе, неплохой выбор. Обряды плодородия – один из самых популярных пантеонов. Он популярен тем, что если ты не знаешь, что взять, если не успел еще выбрать, что тебе, какие пантеоны тебе подойдут на данной местности, то бери обряды плодородия, потому что плюс 10% к росту всегда хорошо. Единственное, что в начале игры он все-таки не так круто работает, как в середине и в конце. Потому что, согласитесь, плюс 10 к 6 яблочкам – это не то же самое, что плюс 10 к 40 яблочкам, плюс 10%. Религиозное поселение – один из самых бесполезных бонусов пантеона, потому что культурный, ну, рост границ вообще культурных лучше, чтобы он зависел от культуры, а не вот от роста в процентах. Вообще у вас города как бы довольно быстро должны расти, то есть лучше вместо этого минус 15% к стоимости роста границ взять какой-нибудь пантеон, который просто дает плюс 1 к культуре, потому что это будет влиять не только на рост границ, но и на принятие политик, и, ну и так далее. Все, на что влияет культура. И, наконец, священные воды, плюс 1 в каждом городе на реке. Очень удачный выбор, я думаю, для ацтеков, например, которые, у которых, во-первых, уникальное здание как раз строится на реке, то есть им надо свои города на реке основывать, а во-вторых, у них явно будет много городов, потому что это завоевательная нация, которая завоевывает города, и у них поэтому счастье будет проседать в определенный момент, поэтому пантеон, который дает плюс к счастью, полезен. Далее, пантеоны, которые зависят от улучшений местности. Вот видите, здесь 5 пантеонов, и они работают от пастбищ, плантаций, рыбацких лодок, лагерей и каменоломен. Значит, вы, когда у вас появляется город, вы сразу смотрите, исследуете местность и смотрите, какие у вас есть ресурсы рядом. То есть, понятно, что пастбища строятся на овцах, коровах и лошадях. Плантации на вине, на благовониях, ну и так далее. То есть вот на всех ресурсах, которые требуют плантации, ну и так далее. Рыбацкие лодки, понятно, на рыбах, крабах, китах, лагеря на оленях, слонах. В общем, понимаете идею. И смысл брать этого пантеона, если у вас хотя бы, ну, как минимум 2 пастбища, 2 плантации, ну, это рассматривается, то есть, возможно, если у вас их 3, может, там вот 3 плантации у вас будет в районе города, 3 пастбища и так далее, то это вообще строго обязательно. Тогда эти улучшения очень классные. Вообще, пожалуй, самые лучшие здесь – это, конечно, богини охоты и каменные круги. Потому что если у вас рядом лагеря, которые дают еще и плюс 1 к росту, плюс 1 яблочко, и у вас 3 лагеря, там, например, у вас там слоны и 2 оленей. И это уже плюс 3 яблочка просто на ровном месте. В начале игры это очень высокий бонус к росту. А
каменные круги, плюс 2 от каменоломен, то есть если у вас, например, рядом мрамор и камень, а это очень часто бывает вообще в игре, или там 2 камня, то считайте, что у вас сразу плюс 4 веры. И это очень неплохо, практически так же круто, как «Легенды пустыни», еще один из самых популярных пантеонов, который дает плюс 1 от клеток пустыни, об этом позже расскажу. Переходим к пантеонам, которые дают бонусы в зависимости от ландшафтов или от ландшафта или ресурсов, которые на Земле есть рядом с городом. В отличие от предыдущих бонусов, вот, которые от улучшений давали, эти бонусы вы будете получать сразу, как только примите пантеон. Вот улучшение вам надо было построить, чтобы пантеон начал приносить вам пользу. То есть вам надо лагерь построить, и тогда вы получите плюс 1 яблочко. Вам надо пастбище построить, и тогда вы будете получать плюс 1 культуру. Здесь же от этих пантеонов вы будете получать бонусы сразу, что во многих случаях бывает выгоднее, чем ждать, пока у вас построится рабочий, который потом построит улучшение. Ну, зачем это надо? Так что, если у вас рядом с городом есть ландшафт или ресурсы, которые дают бонусы вот от этих пантеонов, от этих 5 пантеонов, то обязательно принимайте их. Вообще, как я и говорил перед этим, самые популярные здесь легенды пустыни. Потому что очень многие нации, у них изначально их местонахождение – это пустыня. Например, если вы играете против арабов, ну, в сетевой игре против живого человека, потому что компьютер иногда не эти пантеоны берет. Так вот, живой человек, играющий за арабов, сразу быстро строит у себя святилище, быстро берет пантеон легенды пустыни и практически сразу получает плюс 4, плюс 5 к вере, потому что он находится в пустыне на реке, и несмотря на то, что это пустыня, там все равно много еды, особенно обработанные рабочими еды. И эти клетки мало того, что дают много еды, так еще и плюс 1 золотую монетку, так как рядом с рекой, и плюс 1 от веры вот пантеон легенды пустыни. И наверняка арабы одними из первыми придут к религии. Или есть нации, которые изначально появляются в джунглях. Вот им удобно брать священный путь, плюс 1 культура джунглей, потому что джунгли лучше не вырубать, они дают плюс 2 еды сразу. И после открытия и после постройки университета они еще и плюс 2 к науке. То есть это вообще будут крутые клетки джунгли, плюс 2 к еде, плюс 2 к науке. Там строится торговый пост, который будет давать еще и денежку. Сначала плюс 1, потом плюс 2 монетки. И от пантеона еще плюс 1 культуру. Ну, вообще, прям города будут как на дрожжах расти. То есть, если, в принципе, если вы появляетесь вот в таких местностях, как джунгли, пустыни или тундра без леса, то обратите внимание на последние 3 пантеона: священный путь, легенды пустыни, танец Авроры. И если у вас рядом с вашим городом от 2 до 3 ресурсов вина, благовоний, золота и серебра, то на первые 2 пантеона обратите внимание. Ну, от зданий тут единственный бонус дается, это плюс 1 культура от святилища. Если вы играете на культуру, то имеет смысл обратить внимание на этот пантеон, но в сетевой игре играть на культуру я крайне не рекомендую, только против компьютеров, поэтому этот пантеон не очень популярен. Следующая группа – война. Если вы планируете либо нападать на кого-то, либо защищаться, то вот на эти пантеоны стоит обратить внимание. Особенно вот богиня защиты, например, плюс 30% ударная сила городов. Это неплохой бонус для эфиопов, у которых, во-первых, они религиозная нация, а во-вторых, то есть им не обязательно брать пантеоны, которые к вере прибавляют, у них и так будет достаточно веры. А, во-первых, религиозная, а во-вторых, у них же бонус их нации, бонус защиты, если они воюют против другой нации, у которой больше городов. То есть эфиопам не рекомендуется иметь много городов. Поэтому вот такое богиня защиты, защищаться от тех, кто решит напасть на
несчастных эфиопов, неплохой выбор. Целители – неплохой выбор для нападающей армии. То есть вы там накопили армию, пошли нападать, завоевываете город соперника, он становится вашим, и благодаря этому пантеону вы быстро восстанавливаете вашу армию, которым вы захватывали город, и идете продолжать свое наступление. Бог войны не очень прикольный, потому что 50% веры от силы вражеского юнита – это не так классно, как иметь бонус для защиты от этого юнита. Потому что если к вам пришло много юнитов соперника, и получать от них веру, когда вы не можете от них защититься, ну, не знаю, может, кому-то и нравится этот пантеон. И, наконец, последняя группа пантеонов – другое. Единение природы дает плюс 4 веры от каждого чуда природы. Если вы вот разведали территорию рядом с городом и увидели, что рядом есть чудо природы, рядом с которым вы сможете поставить свой следующий город, то имеет смысл взять этот пантеон, потому что тогда вы можете отказаться от строительства святилищ там, и других религиозных построек, вам этого плюс 4 хватит выше головы, чтобы принять религию. То есть вам достаточно поставить потом будет город рядом с этим чудом природы и получать плюс 4 от этого чуда природы, и вы успеете, ну не первым, конечно, но религию вы принять точно успеете. Монумент богов дает плюс 15% для создания чудес света до начала Средневековья. Я видел, что в сетевой игре почему-то любят люди это брать, этот пантеон, но на самом деле он не очень, в моем представлении, он не очень хорошо работает. Ну, вы знаете, в принципе, что я не любитель вообще строительства чудес света, а в начале игры это вообще, я считаю, тормоз в развитии. То есть, есть в начале игры всего несколько чудес, которые действительно помогут. Это, естественно, великая библиотека, но к ней очень многие идут, и если вы не успеете ее построить, или кто-то раньше ее построит, то вы получите больший минус, чем если бы вы ее вообще не строили. И висячие сады, которые дают бонус к росту городов, вот к этим двум чудесам, возможно, имеет смысл стремиться. Остальные, по мне, так не фонтан. Как мне кажется, этот пантеон имеет смысл брать, если только Египту. То есть он сам изначально имеет плюс 20% к строительству чудес, тут еще плюс 15%, потом еще можно взять в традиции аристократию, по-моему, которая еще плюс 15%. И вот считайте, что у вас у Египта в полтора раза быстрее чудеса строятся. Вот для них это действительно классно. До Средневековья они могут все основные чудеса собрать очень быстро. Для всех же остальных я считаю, что это зря потраченный пантеон. Он вряд ли даст те бонусы, на которые вы рассчитываете, и он вас просто заставляет строить чудеса, хотя лучше потратить это время в начале игры на развитие. Ну и посланник богов, который я, собственно, и взял вот в этой игре за кельтов, и взял ее за майя, это классный выбор для тех, кто играет через большое количество городов, через их захват или через спам, потому что вы благодаря этому пантеону можете пока временно отложить строительство библиотек, ну, вообще научных зданий, и идти по нижней ветке, по ветке военных юнитов. Он дает плюс 2 науки, плюс 2 к науке от каждого торгового пути. То есть вы соединяете ваши города со столицей и сразу получаете плюс 2 к науке. Так как вы идете через спам, то городов у вас много, и, соответственно, и наука у вас будет на нормальном уровне. Во всяком случае, это лучше, чем строить библиотеки в этих маленьких городах, которые пока еще не развиты, и тратить на содержание библиотек большие деньги. Надеюсь, более-менее вам стало понятно с пантеонами, я смог вам объяснить их плюсы и минусы. Кстати, видите, я вот сейчас встретил Лхасу и получил еще 10 веры. Напомню, что в сетевой игре те, кто первые встречают религиозный город, получают плюс
плюс квери. Правда, не 10, а 8. Это я уже обманываю вас. Чтобы заполучить пантеон, требуется определенное количество веры. Это количество зависит, во-первых, от скорости игры, на которую вы играете. Вот я в данной игре иду на быстрой скорости. Ну, а еще на стандартной, эпик, как вы помните, есть. И еще зависит от того, приняли ли пантеон кто-то до вас. Я вам проще объясню. Вот в моем случае первый пантеон стоит 6 очков веры. То есть всем игрокам, которые начинают игру вместе со мной, требуется набрать 6 очков веры, чтобы принять пантеон. Следующему игроку за первым надо будет на 3 очка веры больше. То есть первому принимающему пантеон 6 очков веры, второму 9 и так далее. Будет, каждый пантеон будет стоить на 3 очка веры больше. Значит, третий человек будет принимать пантеон за 12 очков веры, четвертый за 15, пятый за 18 и последний за 21 очко веры. Именно поэтому, если вы планируете в игре использовать религию, то желательно святилище построить как можно раньше, чтобы не тратить много очков веры на пантеон. Повторюсь, что я это все говорю для быстрой скорости. На стандартной скорости для первого пантеона нужно 10 очков, и каждый следующий пантеон будет стоить на 5 очков больше. На эпической скорости для первого пантеона нужно 15 очков веры, и каждый следующий будет стоить на 7 очков больше. И, наконец, на марафоне первый пантеон 30 очков веры, и каждый следующий на 15 очков веры больше. Так, и что еще про пантеон сказать? Ну, вот как он распространяется. Как только вы принимаете пантеон, он сразу появляется во всех ваших городах, которые у вас на данный момент есть. А также он будет сразу появляться во всех новооснованных городах, но не захваченных, только в тех городах, которые вы сами основываете. Также пантеон прекратит появляться в ваших новых городах, когда вы примете религию. Вот многие не знают, как вообще пантеон работает вместе с религией. Кто-то думает, что она его заменяет, кто-то думает, что он остается. В общем, на самом деле, при принятии религии пантеон с религией совмещается. То есть вы, когда распространяете вашу религию, вы и распространяете ваш пантеон. Поэтому, когда вы приняли религию, то в ваших следующих новых городах пантеон будет распространяться вместе с религией. То есть, либо автоматически, либо при помощи пророков или миссионеров. Вообще, честно говоря, я сам думал, что пантеон работает только для той нации, которая вы его приняла. Но благодаря одному из моих зрителей в группе ВКонтакте, Франку Титову, выяснилось, что, оказывается, пантеон можно распространять и на чужие нации. То есть, если вы, например, приняли пантеон легенды пустыни, который дает очко веры с каждой клетки пустыни, и потом, ну, основали религию и начали ее распространять, то, распространив свою религию на ту нацию, у которой тоже есть клетки пустыни, вы дадите ей неплохой бонус к религии. Для меня это, честно говоря, было откровением. То есть откровенно нерелигиозным нациям, особенно если они играют против религиозных наций, там, против Эфиопии, Майя, да даже против Египта и прочих, можно не заморачиваться на религии, не тратить на нее силы, потому что все равно самое лучшее не возьмешь. А потом в процессе игры посмотреть, какие у кого религиозные культы, и распространить на себя бонусы от этой религии. Потому что на самом деле единственные бонусы от религии, которые действуют только на того, кто основал религию, это верование основателя. И все. Все остальные бонусы от религии действуют на всех, включая чужие города и с теми, кому в войне. Если эта религия распространена на город, то все бонусы действуют на всех. То есть, например, вы там не основываете религию, а ваш сосед принял христианство, у которого пантеон плюс 10 к росту, ну, верование основателя не важно,
в культах укрепления, там плюс 20% войскам при войне рядом с дружественными городами, в верованиях последователей, предположим, плюс 8% Эрмитажу культуры и плюс 1% молотков за каждого последователя. Ну, чем плохо? Вот распространите на себя эту религию. У вас будет больше производства, круче защита. И еще и культуру можете от Эрмитажа взять. При этом вы ни капельки не потратитесь на основание религии. То есть вам не надо будет платить за святилища, за храмы, не надо там на чудеса будет распространяться. Очень неплохо. То есть вы начинаете игру, разведываете территорию, видите, что ваш сосед очень религиозен, и можете забивать на религию. Потому что, на самом деле, если вы очень поздно примете религию, то вам все равно будет сложно ее удержать у себя. Потому что тот, кто раньше основывает религию, особенно укрепляет, у него она сильнее воздействует на соседей. Ну, более подробно о распространении религии я буду рассказывать в течение видео, когда уже придет время, собственно, когда мы, религия будет основана, укреплена, и тогда я расскажу, как она вообще распространяется, что значит вот, давление религии в городах и так далее. Но всему свое время. Так, ну, пока, как вы видите, я тут развиваю свою империю, немного отвлекусь от религии. Иду все по тому же расползанию городов. Видите, я тут разведал местность. Места мне много будет. И будет куда ставить города, так что без проблем. Нету проблем с этой стратегией. В принципе, почему я решил именно расползание городов за кельтов делать? Потому что, ну, их вот эта способность плюс веры от леса, который рядом с городом, подразумевает, что чем больше городов, тем больше вы будете веры получать. Это во-первых. Во-вторых, чем больше городов в стране, тем сильнее будет ваша религия распространяться. Я сначала, вот когда начинал разбираться вообще с религией, думал, что сильнее распространяет религию. Несколько больших городов, там, например, 3 или 4 города, но с большим количеством населения, или много маленьких. Там вот все та же стратегия расползания. Так вот, могу со всей уверенностью сказать, что много маленьких. Вообще, вот если вы даже не очень успеваете по религии, но в итоге ее основываете, и у вас много маленьких городов, то будьте уверены, она у вас как пожар распространится по вашим городам, потом еще и соседей захватит. А также, если вы, например, играете через 4 традиционных города, или там через 3 традиционных города, или через один город вообще моногородом, и рядом с вами сосед религиозный с большим количеством городов, то будьте готовы, что вам придется очень несладко для удержания своей религии. То есть ваши города будут просто переходить в религию соседа. Причем не нужны даже будут миссионеры. Они автоматически будут переходить, потому что давление религии соседа будет очень большим. Ну, опять же, про давление позже я расскажу. Как видите, я нашел уже японца на юге, внизу, и меня это насторожило, потому что мы же сами выбирали себе нации, и вот Кисленд, который играет за Японию, он взял себе эту нацию, а значит, видимо, будет идти на войну. Японцы очень классная нация, у них офигенный бонус, который, не помню, как называется, но он оставляет силу юнитам, даже если они ранены. То есть раненый юнит воюет с такой же силой, как и не раненый. А это значит, что толпа японских зомби с одним хитпоинтом все равно очень сильна и может вынести вашу армию. В то время как вам, вашей армии придется лечиться, отходить и так далее. Поэтому опасный сосед, который может
много бед натворить, если он пойдет по военной стратегии. Правда, слава богу, меня с юга немножко защищает лес, то есть ему, вот лес, джунгли, видите, ему придется через него пробираться ко мне. Но если бы Ампер играл за Японию, то я для начала вот захватил бы, видите, между нами три города-государства, вот я бы их захватил, а потом спокойно разбирался с кельтами. Опять же, не акцентирую ваше внимание на своем развитии, вы лучше посмотрите видео «Бесконечное расползание майя», там про эту стратегию бесконечного расползания городов подробно рассказано, тут я лучше буду на религии останавливаться. Вот видите, мне повезло, что у меня еще рядом два религиозных города, Виттенберг и Лхаса, да, то есть я от них еще получил религии, ну, хотя кельтам и так религии немерено. Да, кстати, вот чем хороши религиозные нации, что им не особо и надо концентрироваться на религии. Вот если вы играете какой-нибудь нерелигиозной нации, например, там, русскими или немцами, то вам, если вы захотите вдруг принять религию, надо очень постараться. То есть и святилище пораньше поставить, и, возможно, ну вот я смотрю, какие уже приняты верования, возможно, даже чудо света, там, Стоунхендж, например, постараться построить, иначе вы просто религию не получите. А религиозным нациям, тем же майя, кельт, эфиопам, им напрягаться не надо. Они по ходу дела просто строят свои уникальные здания, или как кельты вообще ничего не строят, а в лесу селятся, и у них очки веры капают, они с течением времени свою религию обязательно получат. И они могут сконцентрироваться на развитии своей империи, что очень неплохо. А вообще религия дает много бонусов. И, в принципе, если вы видите, что вы можете ее получить в данной игре, то лучше постараться. Если вы играете онлайн, то обязательно стоит постараться. Если же против компьютеров и на высоких уровнях сложности, на 7 или 8, то если вы не религиозная нация, то, пожалуй, не стоит напрягаться, потому что вы с религией точно не успеете. Ну, как я говорил в начале видео, самые классные, это уже в очередной раз повторюсь, это майя, кельты и эфиопы, причем майя на первом месте, у них очень крутые бонусы, но, на удивление, еще очень неплохо на религию играют Египет и Сангай. И благодаря своим уникальным зданиям. Напомню, что и у Египта, и у Сангая храм заменяется их уникальными зданиями. У Египта это гробница, у Сангая пирамидальная мечеть. И хотя эти здания не дают бонуса к вере, то есть они, как и храм, просто +2, по-моему, к вере добавляют, но за счет своих других бонусов дополнительных, у Египта это +2 к счастью, а у Сангая +2 к культуре. И, что более важно, своему бесплатному содержанию эти здания очень крутые. То есть вы их быстренько, как только открыли философию, строите. Они не требуют никаких денег на содержание, но при этом дают религию. И даже при игре на 4 традиционных города вы их быстро строите в своих городах. Они не берут золото, а у вас сразу +8 к вере. Это круче, чем Стоунхендж. Ну, вообще, это круче, чем любое здание, любое чудо света для веры. И при этом, как я понимаю, так как у Сангая храм получается культурным зданием, то вы можете для Сангая использовать вот ту стратегию. Помните, я вам показывал, что для Египта было 4 египетских гробницы. Но так как теперь гробницы перестали быть культурным зданием, а у Сангая они как раз храм стал культурным зданием, то, видимо, она подойдет для Сангая. Правда, я не пробовал, вот честно вам признаюсь. Так, ну вот я сейчас собираюсь открывать обработку бронзы, чтобы можно было строить пиктов, уникальный юнит кельтов. И, пожалуй, значит, надо поговорить о том, откуда берутся очки веры. Ну, вообще, для всех наций
Есть всего два здания, которые дают очки веры. Это святилище, которое открывается после открытия гончарного дела, и храм после открытия философии. Святилище дает 1 очко веры, храм 2 очка веры. Строить их можно только друг за другом, то есть вы не можете построить храм, не построив святилище. Так что если вы решили развивать религию и играете не за религиозную нацию, то имеет смысл как можно быстрее строить святилище, открывать храмы и их тоже строить. Если вы, например, играете через стратегию в 4 города, то постройка святилища вам уже будет давать плюс 4 веры. Этого вполне достаточно, чтобы получить пророка и основать религию, ну, в первой тройке точно. Ну, а потом еще и плюс храмы, чтобы быстрее ее укрепить. Ну, об уникальных зданиях для разных наций я уже перед этим рассказывал. То есть есть здания, которые не храм и не святилище, которые тоже будут давать очки веры, но только если это уникальное здание определенной нации. Ну и, конечно, чудеса – это Стоунхендж, Айя София, мечеть Джене, Нотр-Дам, ну и еще там какие-то чудеса, которые в дополнение к своей основной функции дают какие-то очки веры небольшие. Не все из этих чудес полезны. Я, например, считаю, что вместо того, чтобы стараться Стоунхендж построить, который плюс 5 веры дает, да, лучше как можно быстрее поставить 4 города традиционных, тех же самых, и в них построить святилище, которое даст плюс 4. То есть за счет этого вы и свою империю будете развивать, у вас экономика будет на должном уровне, ну и религию примете в конце концов. Стоунхендж стоит строить только в начале игры, когда у вас один город, то есть вы тратите ресурсы столицы, единственного города, на постройку Стоунхенджа, и в итоге принятие религии не даст вам тех бонусов, которые вы могли бы получить, если бы это время потратили на основание городов. С другой стороны, очень неплоха Айя София. То есть, если вы идете по научному развитию, по верхней ветке, и видите, что вы впереди своих соперников, то есть вы первые открываете теологию и быстренько строите Айю Софию. Напомню, что она, кроме очков веры, дает бесплатный храм и бесплатного великого пророка, которого вы сразу тратите на основание религии. То есть вы можете даже не... Если вы понимаете, что вы первые придете к теологии, то можно даже не тратить ресурсы на строительство храмов до этого, или даже святилищ. Вам будет достаточно получить пантеон, потом быстро прийти к теологии и основать религию. Также очень неплох Нотр-Дам для тех, кто идет по военной ветке. Если вы там всех завоевываете, у вас много городов, то очень рекомендуется быстренько прийти к Нотр-Даму, потому что он мало того, что плюс 4 к вере дает, то есть у вас через несколько ходов будет религия, так еще и плюс 10 к счастью. А это для завоевателей очень классный бонус. Вообще есть такая вот стратегия, что завоеватель идет по ветке воли, завоевывает города, и при закрытии ветки воли получает великого инженера, ну там на выбор вообще, по-моему, да, можно, но обычно берут великого инженера, им заканчивают Нотр-Дам и через несколько ходов получают религию. То есть при игре в онлайн этого достаточно, то есть вы успеете к этому моменту, еще останутся религии не основанные, и у вас будет возможность основать религию. Да, кстати, я тут пока вам рассказывал, уже одна из наций основала религию. Ну, это, скорее всего, я так думаю, что это Испания, потому что явно они нашли чудо света. Напомню, что у Испании такой уникальный бонус. Они при нахождении чуда света первыми получают 500 золотых, и он может быстренько купить все-таки нужные здания, и он вот первый открыл религию. Но это не... Вы не волнуйтесь по этому поводу. В онлайне, в принципе, первые 3 человека, которые основывают религию, получают хорошие бонусы. То есть каждый может сам себе выбрать. Тем более, что еще и играют в разную стратегию. То есть я сомневаюсь, что кто-то еще играет сейчас расползанием городов, кроме меня. Все остальные любители мало городов поставить и на традицию.
идти. Поэтому, скорее всего, те бонусы, которые мне будут полезны, они вряд ли будут взяты. Так что можно не торопиться. Вообще, религия принимается, когда появляется великий пророк. Великий пророк может появиться либо от чудес света, вот той же Айи Софии, или при закрытии ветки воли можем его взять. Но вообще, чаще всего великий пророк появляется при... после того, как вы наберете определенное количество очков. Когда при игре на быстрой скорости для появления первого пророка требуется 131 очко. Ой, нет, извините, соврал, 134 очка. Следующий пророк потребует на 67 очков больше, то бишь 201 очко. Следующий пророк, тут как бы такое арифметическое прогресс... Даже нет, арифметическая прогрессия тут не на 67 очков больше, а на 134 очка. Понимаете, да? То есть следующий пророк 335 очков. Следующий пророк опять не на 134 очков больше, а 67 умножить на 3, то есть на 201 очко. Это сейчас в уме просто считаю, на 201 очко больше. То есть уже... четвертый пророк 536 очков веры потребует, ну и так далее. И это касается всех остальных великих людей тоже. Вот, я уже забегаю вперед, когда вы входите в индустриальную эпоху, вы можете очки веры тратить на покупку великих людей в зависимости от того, какие социальные политики у вас приняты. Если принят рационализм, то вы можете великих ученых покупать и так далее. И тоже количество очков будет увеличиться вот в такой мере. Если вы играете на стандартной скорости, то первый пророк будет 200 очков стоить, и каждый следующий плюс 100, потом плюс 200 и так далее. Самое интересное начинается тогда, когда вы достигаете того количества очков, когда может появиться великий пророк. И многие начинают задавать вопрос, а почему вот, например, на быстрой скорости у меня уже 130 очков веры и больше, а у меня великий пророк не появляется? Дело в том, что это нижний порог для появления великого пророка. Создатели игры специально и тут рандом вставили определенный. Похоже, что при достижении нижнего порога появляется только 5% вероятность того, что у вас великий пророк появится. И с каждым следующим ходом, и в зависимости от того, сколько у вас очков веры уже накопилось, эта вероятность будет повышаться постепенно, пока не достигнет того порога, или когда вам не повезет, и у вас великий пророк не появится. Ну и не забудьте, кстати, в настройках веры еще и поставить «сохранить на великого пророка». Тогда вроде бы как он быстрее появляется. Вот в данной игре, я даже предугадываю события, у меня он появился только когда, по-моему, 170 или 176 очков веры накопилось. И самое неприятное в данном случае то, что у меня отнялось не 134 очка веры, то есть сколько требовалось бы, а все очки веры, которые у меня накопились на этот момент. Поэтому это не очень приятная такая фигня. То есть вы чуть дольше копите очки, и они еще и все тратятся на великого пророка в итоге. Но такова механика игры. Вот моя задача об этом вам рассказывать. Поэтому будьте готовы к тому, что при достижении 130 очков на быстрой скорости, 200 очков на стандартной скорости и так далее, не факт, что у вас сразу появится великий пророк. Дальше я вам еще не дорассказал, откуда можно брать очки веры для вашего государства. Вот у кельтов есть такая замечательная способность, как очки веры от леса. Ну, это вначале рассказывал. Они, если рядом, прямо вот в соседней клетке с городом, два леса построены, две клетки с лесом, то будет плюс один кельтам, если три клетки с лесом, то плюс два. Но у кельтов еще и уникальный юнит есть – пикты. Вот видите, воины-пикты, я уже могу их строить. Они заменяют копейщиков, извините. У них на 20% выше сила за границей,
То есть такой становится нападающим юнитом больше, чем защищающимся. Они не тратят очков перемещения при грабеже. То есть очень классно напасть на развитого соседа и лечиться за счет его полей, там, ферм и так далее. Но самое главное, они получают 50% очков веры от силы соперника. То есть это типа таких же уникальных юнитов, как у ацтеков. Помните, их ягуары получают культуру за убийство соперника. А тут пикты получают 50% от силы за очков веры. То есть, например, если убить варварского дуболома, то мы получим пиктом, естественно, то мы получим 4 очка веры. Ну, правда, есть еще один минус у пиктов, все-таки у них минус, у них нету бонуса против верховых юнитов, так что против коников их не стоит использовать. Так что вы приблизительно представляете мою будущую стратегию. Я параллельно в столице строю и поселенцев, и пиктов по очереди. Ну, одни мои войска защищают поселенцев, и я расползаюсь городами, а другие будут аккумулироваться. Будет костяк из пиктов, ядро моей армии, которое пойдет завоевывать ближайших соседей. Я пока вот думаю, кого лучше, города-государства завоевывать или игроков живых. Тут дело в том, что у нас есть монголы, как видите, в игре. А у них, напомню, очень неплохой бонус против городов-государств. Явно тролль-рыбак первым делом наклепает кешиков и пойдет именно города-государства завоевывать. Поэтому, если он где-то рядом со мной, то было бы неплохо себя обезопасить именно тем, что города-государства завоевать первому. Так, надо закончить вообще тему по поводу, откуда еще очки веры можно брать. Значит, можно встретить религиозные города-государства, что я вот, собственно, сделал в этом видео. Вы видели, что если вы первый встречаете город-государство, вы получите 8 очков веры. Если вторым, ну, не вторым, а следующим после первого, то 4 очка веры. То есть, если у вас вообще рядом с вашей стартовой позицией есть город-государство, и вы играете... ну, короче, вы первым его встречаете, то, получив 8 очков веры, вы сразу можете пантеон основывать. Очень классное начало для игры, как мне кажется. Кроме того, вы можете очки веры из руин получить. По-моему, 30 очков веры можно аж в руинах найти. Вот только я не уверен, что это работает в онлайне. Во всяком случае, я, когда играл в онлайн-играх, а я их много играл, поверьте мне, я ни разу не находил очки веры. Похоже, это зависит от того, какой вы уровень сложности для себя поставите. Вот когда играешь онлайн-игру, ну, я вообще планирую, опять же, видео про сетевые игры еще отдельно сделать. Там ставишь сложность для своей нации. Она на многое зависит, не буду в это углубляться, но, видимо, и на то, какие руины вы можете найти. А, вот я тут почитал умных людей на форуме. Они пишут, что если вы еще не основали пантеон, то в руинах будет столько очков веры, сколько вам нужно для... Ну, то есть достаточно очков веры для основания пантеона. А если он уже пантеон основан, то вы можете аж 60 очков веры получить, чтобы быстрее религию принять. Да, я еще забыл добавить по поводу религиозных городов. Вы же можете стать их другом, и тогда, то есть союзником, и тогда они будут вам давать определенное количество очков веры каждый ход. Так, если мне не изменяет память, по-моему, если вы союзник, то 4, а если друг, то 2. Сейчас я проверю. Да, все именно так. Значит, следующий вариант – это от местности. Во-первых, от чудес света. По-моему, 5 чудес света дают веру. Значит, Фудзи 3 очка веры, и плюс еще 3 культуры и 2 золота. А потом гора Кайлаш 6 веры и 2 счастья. Синай 8 очков веры. Срипада 4 очка веры, 2 еды и 2 счастья. И Улуру 6 веры и 2 еды. Ну,
понятно, что у вас должен быть город рядом с этим чудом света, и город должен обрабатывать клетку с этим чудом, чтобы этот бонус шел к вашей нации. Например, если я нахожу где-то рядом такое чудо света, я быстро ставлю рядом с ним город, и даже он у меня не растет, я просто одного этого жителя ставлю, чтобы он генерировал веру, как можно быстрее религию получить. Причем я так поступаю именно с религиозными чудесами, природными чудесами, потому что вот ради Эльдорадо я бы особо не торопился. Ну, может, поставил бы рядом с ним город, но не переключал бы на Эльдорадо, потому что там культура, она как-то вот, особенно в сетевых играх, не особенно надо. А ради религии можно постараться. Вот видите, какие сейчас верования. Вот христианство уже не только основало религию, но и укрепить ее успело на 40-м ходу. Вам может показаться, что он читер, но на самом деле все очень просто. Так как он Испания, то явно где-то рядом было чудо света, чудо не света, а природное чудо, которое дает много религии как раз. Он его открыл, получил бабло 500 золотых, видимо, так как первым открыл, быстро купил поселенца, поставил рядом с этим религиозным чудом. Вот как я и рассказывал, поставил жителя его обрабатывать и быстро сначала религию основал, а потом и укрепил ее. То есть, если Испания очень быстро находит природное чудо, это очень классный буст для ее развития. Вот, кстати, я сейчас пиктом убил варварского лучника, вы, может, не обратили внимание, я получил 4 культуры от социальной политики, потому что я честь взял, и 2 веры от того, что вот это пикт. А, кстати, у Испании же еще и удваиваются бонусы от чудес природы. Так что, например, от того же Синая они получают не 8 веры, к примеру, а 16 веры. Так что у них просто, если для первого пророка нужно 134, они получают 16 очков веры, то считайте, за 8 ходов, если я правильно посчитал, они уже могут религию основать. Так что, насколько крута Испания. А если они еще примут пантеон, который дает очки веры от чудес природы, есть такой, по-моему, плюс 4 очка веры, то от Синая уже можно 24 очка веры получать за Испанию. Круто, да? Это я к тому, что если вы играете в сетевой игре с Испанией, у вас в соперниках есть Испания, во-первых, вам надо быстро несколько скаутов построить, чтобы раньше Испании открывать чудеса природы. Ведь если они откроют чудо природы вторыми, то они получат всего 100 золотых, а первыми открывают, то получают 500. Кстати, это я говорю про стандартную скорость. На быстрой скорости, по-моему, если вторыми они, то 67 получат. Ну, в общем, на 33% меньше они будут получать. Ну, неважно. Так вот, это первое. Во-вторых, если вы в соседях с Испанией, то желательно как можно быстрее их напрягать. Договоритесь с соседями с Испанией, потому что они явно вначале будут уходить вперед. Если их вначале не притормозить, то на середине игры Испания будет очень далеко впереди. Я вот сейчас надеюсь, что мои соперники, которые рядом с Испанией, уже нашли ее и напрягают. Хотя, может, и я ее сосед, потому что вот внизу у меня, видите, на юге Япония, а на западе слева кто-то еще должен быть. Просто я туда еще скаутом не дошел. У меня, видите, какая большая местность, пустая, никем не заполненная. То есть явно справа где-то рядышком кто-то находится. Может быть, Испания. Может, это я виноват, что ее не открыл и не мешаю. Хотя я у себя тут вроде вот чудо света Дельта. А вот если бы Эльдорадо, кстати, нашла Испания, то, наверное, 1000 получила, то есть 500 за само Эльдорадо, еще 500 за открытие первой его, и вообще было бы круто. Так, ну я и закончу тему, наконец-то, получения очков веры. Последнее, откуда можно веру получать, это от местности. То есть, если вы примете определенный пантеон, вот, кстати, смотрим, что у нас тут. Ну, понятно, что по населению я отстаю. При расползании вы всегда будете по населению отставать. Грамотность 0, просто потому, что я еще письменность не открыл.
Но остальное вроде все по плану идет. Так вот, от местности, если вы примете пантеон, например, фольклор пустыни, то будете получать очки веры от клеток пустыни. Ну, я уже об этом вначале говорил. Или там очки эти кромлихи, то вы будете очки веры получать от каменоломен. Ну и так далее. В общем-то, это последнее... источник, откуда можно брать очки веры. На этом тему с верой закончим. Итак, видите, у меня уже накопилось 170 очков веры. У меня до сих пор не появился великий пророк, а Испания уже укрепила религию. Я негодую. Я тут глянул, уже 4 хода назад мог появляться пророк, а все до сих пор нету. Блин, вот о чем я и говорил, что коплю очки веры. Я уже мог 4 хода назад бонусы получать от принятия религии, а тем временем пророка нету, и прям неизвестно, когда он и появится. А, кстати, совсем забыл про очки веры. Еще же общественный институт есть набожность, но есть причина, по которой я о ней забыл, потому что я... А, вот, кстати, вот... Появился великий пророк. Видите, я 177 очков веры на него потратил вместо 134. То есть перебрал на 43 очка веры из-за этого замечательного рандома. И на 5 ходов позже он у меня появился, чем мог бы появиться. Ну, в общем, сейчас я буду основывать религию и сделаю паузу на то, чтобы рассказать о верованиях основателя и верованиях укрепления. Итак, когда у вас первый раз появляется пророк, великий пророк, вы можете им основать религию. Ну, вообще, конечно, вы можете еще постройку сделать, которая будет верование приносить, распространить религию, но без основания религии это не получится. И вообще, основное предназначение пророков – это именно основание, а потом и укрепление религии. Итак, первым пророком вы основываете религию, а вторым пророком вы ее укрепляете. При основании религии вы можете выбрать один культ основателя и один культ последователей. О культах последователей я поговорю чуть позже, потому что там их очень много, примерно как и пантеонов, и поэтому их надо отдельно разбирать. А сейчас мы поговорим о культе основателя, который дается вам при основании религии, и о культе укрепления, который дается при укреплении религии, то есть когда вы используете своего второго пророка. Культ основателя – это тот единственный культ, который будет работать только на вашу нацию. Он работает только на ту нацию, в которой находится святой город этой нации. То есть, если ваш святой, священный город основателя религии захватывают, то культ основателя прекращает работать. Но при этом он не начинает работать на захватчика. То есть, если, например, у вас нету религии, и вы захватите священный город чужой религии, то вы не получите бонусы от культа основателя. Это вы должны понимать. Итак, культы основателя работают только у той нации, которая этот культ и приняла. Давайте теперь смотреть. Их всего 9, как и культов укрепления. Разберем сначала те... Вот, смотрите, есть разница между тем, что какие-то культы работают от количества последователей. Например, смотрите, церковная десятина. Она дает одну золотую монетку за каждых 4 последователей этой религии. Вообще, в любых городах, везде. А с другой стороны, есть культы, которые работают от количества городов. Вот, смотрите, после церковной десятины есть церковная собственность, которая дает плюс 2 монетки за каждый город с этой религией. Разница очень простая. Если вы играете на малое количество городов, но с большим количеством населения, вы, естественно, берете тот культ, который работает от количества последователей. Если же вы играете на расползание, как мы в данном случае, когда у вас будет много городов, то, естественно, надо брать тот культ, который работает от количества городов. Теперь по очереди каждый культ.
Всемирная церковь. Одно очко культуры за каждые 5 последователей религии за границу. Ну, понятно, что этот культ стоит принимать, если вы на культуру играете, но, с другой стороны, вам придет, то есть это при малом количестве городов, если вы играете на культурную победу. То есть в сетевой игре это вряд ли будет работать. Хотя, с другой стороны, тоже неплохой бонус, вы быстрее будете принимать социальные институты, и ваша нация будет развиваться. Но все-таки, если вы не успели, то есть его стоит брать только если вы не успели взять основные другие культы основателя. Следующий. Диалог конфессий. Плюс 10 науки за каждого последователя другой религии в городе, куда распространяет вашу религию миссионер. Видите, было бы, он был бы очень классным культом, он добавлял бы очень много науки, если бы не столько много условий, да еще таких противоречивых. Значит, объясняю. Например, есть зарубежный город, ну или даже ваш город, в который, ну, предположим, наша религия – конфуцианство, а в чужом городе – буддизм. И вот мы ведем в этот, ну или не чужой город, даже свой город, и вот ведем мы в этот город, где буддизм, своего миссионера и распространяем там конфуцианство. Так вот, мы будем получать науку от тех последователей буддизма, которые в этом городе остались. Например, город там с населением 8, да, там было 3 последователя буддизма. Мы пришли, распространили, и там осталось двое последователей буддизма, но город перешел в конфуцианство. Это тоже важно. Не остался в буддизме, а перешел в конфуцианство. Значит, так как осталось 2 последователя буддизма, значит, мы будем получать 20 очков науки. Значит, проблема в том, что это, во-первых, не постоянно будет, так как там больше последователей конфуцианства, скорее всего, в итоге последователей буддизма там не будет. А во-вторых, обычно в том городе, где уже распространена какая-то другая религия, миссионерам уже сложновато распространить свою религию, но я об этом буду позже говорить. Поэтому этот диалог конфессий интересный, конечно, культ, но это очень надо обдумать вообще, как его принимать. То есть я вообще не видел никогда в игре, чтобы кто-то им пользовался. Хотя так субъективно, в принципе, в середине игры он может давать неплохой бонус к науке. Пойдем дальше. Миролюбие. Плюс одно счастье за каждых 5 последователей религии в невраждебных городах за границей. Был бы неплохой культ, если бы, опять же, не столько условий. То есть, мало того, что надо распространить свою религию на чужие города, так еще с этими городами нельзя воевать, и они должны быть за границей. То есть, не своими городами. Поэтому, ну, это если только вам очень нужно счастье, а ритуальное погребение уже кто-то другой взял. Обряды посвящения. Плюс 100 золота за первый переход каждого города к данной религии. Если вы в начале игры очень быстро пришли к религии, вот, например, как Испания в данном случае, то это неплохой выбор. Потому что вы сразу будете получать 100 золота за обращение. А в начале игры, когда вы первый получаете религию, вы можете распространять вашу религию довольно быстро. И в начале игры 100 золота, даже, смотрите, уже от 10 городов, а 10 городов обратить, если вы первые пришли к религии, вполне возможно, даже на маленькой карте, 1000 золота очень неплохо, очень. Паломничество. Плюс 2 веры за каждый зарубежный город с данной религией. Ну, тратить веру на то, чтобы получать опять веру, уже как бы не очень интересно. Вы и так к этому моменту, раз вы приняли религию, она у вас появилась, значит, вы уже имеете неплохой прирост веры. И получать еще плюс 2 веры за каждый зарубежный город не так классно, как в начале. Тем более, что, опять же, вам надо свою религию распространить на зарубежный город, что тоже требует усилий определенных, особенно если вы небольшим количеством городов играете. Так что это тоже не самый популярный культ. Примат папы. Минимальный уровень дружбы с полисами вашей религии составляет
15. Ну, это понятно, что выгоден для тех наций, которые играют на дружбу с городами-государствами, там, с греком, Сиаму, Вене, например, еще, ну, Вене, что я говорю, Австрии. Всем остальным, конечно, этот культ нафиг нужен. Ритуальное погребение – один из самых популярных культов, особенно если вы играете на быстрое расползание городов. И в этой игре как раз я его и принял. Он дает плюс один за каждый город с вашей религией. Неважно, свой, чужой. Поэтому у вас, если вы играете на расползание, у вас к концу игры будет очень много счастья, потому что благодаря расползанию религия очень быстро распространяется, и, соответственно, счастья у вас будет много. Ну и последние два культа, связанные с деньгами. Церковная десятина – это, пожалуй, самый популярный культ основателя. Вот в данной игре как раз Испания и взяла церковную десятину, дает плюс один золото за каждых четырех последователей данной религии. То есть, например, вот представьте, если вы играете через четыре традиционных города или там через три, то где-то к середине игры у вас ваша столица, ну так, 24-26 будет размером, ну, если вы нормально играете, у вас там хорошая местность, и, ну и практически все они будут последователями вашей религии, а значит, как минимум плюс 6 золота вы будете иметь. Это, считайте, казначейство построенное, то есть очень неплохо, так как у вас там всякие мультипликаторы еще стоят, там, например, от коммерции плюс 25%, от столицы там плюс рынок какой-то процент дает, банк какой-то процент дает, то эти плюс 6 превращаются в плюс 12, в плюс 16, то есть хорошие деньги. И тем более, что вы можете распространять свою религию еще на чужие города, и все равно и каждый последователь в том городе будет вам давать денежку. Так, я вам, значит, наврал сейчас, получается, мультипликаторы на это не действуют, потому что это будет давать не в городе, а как бы вашу в общую копилку. То есть мультипликаторы только те, которые действуют на ваши все деньги. По-моему, таких в Циви нету. И церковная собственность плюс 2 за каждый город с религией. Ну, то же самое, что церковная десятина, только не от последователей отталкиваемся, а от количества городов. Это хорошо для, опять же, того же расползания. То есть я вам рекомендую или ритуальное погребение брать при расползании, или церковную собственность, или обряды посвящения. Правда, я даже думаю, что обряды посвящения круче, потому что при малом количестве, при количестве, небольшом количестве маленьких городов у вас будет очень быстро религия распространяться, и вы быстрее получите эти вот деньги, чем вы будете плюс 2 за каждый город. То есть будет сразу много денег, которые вы можете быстро потратить, например, на армию и захватить еще больше городов. Так, на этом разбор культов основателей, я считаю, завершенным. Теперь культы укрепления. Еще раз напомню, что культ укрепления вы можете выбрать, когда второй раз используете пророка, на этот раз уже не для основания религии, а для укрепления религии. Опять же, выбрать можно из 9 культов, но обращу внимание, что в отличие от культов основателя, эти культы будут действовать на всех игроков, которые, на которых распространилась эта религия, то есть на все города. Ну, вообще, самый популярный здесь культ – это религиозные тексты. Благодаря ему ваша религия распространяется намного быстрее. Вот видите, тут написано плюс 34% к скорости распространения религии и плюс 68% после открытия печатного станка. То есть вы принимаете этот культ и можете не беспокоиться, можете уже не покупать миссионеров и спокойно распространять. Вообще вот культы укрепления, они в основном именно на распространение религии работают. Тут практически все как-то связаны с распространением религии, вот чтобы вы так приблизительно представляли себе, и от этого отталкивались. Так что вот религиозные тексты практически самый популярный культ, и, по-моему, вот испанцы в моей игре его и взяли во время укрепления. Вы, вот если против вас играет игрок с большим количеством городов и с этим религиозным текстом, то, скорее всего, даже если вы примете религию, и даже
довольно быстро ее примете, то, скорее всего, религия этого противника с религиозными текстами начнет вытеснять вашу. И вам придется с ней как-то бороться. Вот я вас сразу предупреждаю, что религиозные тексты с большим количеством городов – такая адская смесь, которая давит на чужие религии очень хорошо. Что вообще, что значит плюс 34% к распространению религии, я дальше расскажу по видео, когда мы коснемся давления религии и ее распространения. Далее, второй приблизительно по распространенности – странствующие проповедники. На 30% дальность естественного распространения религии. Но тут все просто. Вот когда ваш город становится... принимает религию, он начинает действовать на другие города. И это действие распространяется только на 10 клеток. При странствующих проповедниках он будет работать на 13 клеток. То есть вы сможете достать те города, которые еще дальше находятся. Опять же, как религия распространяется, я расскажу позже. Следующие культы, которые распространяют религию, они основываются на строительстве пророков или миссионеров. Вот смотрите, есть культ Мессия, который добавляет плюс 25% к скорости появления пророка и плюс 25% к религиозной силе пророков. Далее есть Святой Орден, который снижает на 30% стоимость миссионеров и инквизиторов. И, наконец, фанатичные миссионеры, которые на 25% увеличивают религиозную силу миссионеров. Здесь, конечно, Мессия круче всего. Объясню почему. Во-первых, в отличие от Святого Ордена и фанатичных миссионеров, вот здесь бонусы Святого Ордена и фанатичных миссионеров соединены в один как бы бонус. То есть пророки сразу и быстрее появляются, и у них больше силы. А для миссионеров и инквизиторов, видите, сделали разные бонусы, отдельные. То есть вы либо можете их быстрее покупать, либо они будут сильнее. Видимо, разработчики решили, что тогда слишком крутые миссионеры будут, если в одно сложить. А так как пророки не так быстро появляются, как миссионеры, то и, соответственно, им дали больше бонусов. Вообще, отличие пророков от миссионеров в том, что пророки, когда вы распространяете религию, они сразу вычищают город от чужой религии полностью и распространяют свою. То есть, таким образом, вы сразу много можете распространить религии. Это первое. А во-вторых, в отличие от миссионеров, они не два раза распространяют, а четыре. Но единственный минус – они ходят всего на две клетки. Миссионеры же всего два раза распространяют религию, причем только распространяют, а не вычищают ее, но зато ходят на четыре клетки. И, соответственно, инквизиторы – это то же самое, что миссионеры, только они не религию распространяют, а вычищают чужую. Значит, я вам рекомендую, если вы первый или где-то второй приняли религию и хотите ее распространять быстро, то лучше брать бонусы для миссионеров и распространять миссионерами. Просто потому, что еще немного городов заражены чужими религиями, и вам легко будет распространять свою. Тем более миссионеры быстрее ходят, у них на 4 клетки, вы будете это делать намного быстрее. Если же уже середина игры, и вам надо вычищать чужие города от чужой религии, распространять свою, тогда берите, конечно, великого пророка. Но это, опять же, все, если вы действительно хотите распространять религию вот пророками или мессиями, или миссионерами. Да, напомню еще одно свойство инквизиторов. Если вы строите инквизиторов и оставляете в своем городе, то, ну, как бы, как вот защитный юнит, вы знаете, то тогда чужие пророки и миссионеры не смогут там распространить религию. Просто многие, как бы, плохо относятся к инквизиторам, почему-то считая их бесполезными юнитами, но это не так. Так, что тут у нас еще по распространению? Да, религиозное единство в два раза быстрее распространяется на дружественные города-государства, но это, опять же, для тех, кто примат папы, например, выбрал в культе основателя, то есть для тех наций, которые играют через дружбу с городами-государствами.
И вообще, я, кстати, рекомендую вам распространять свою религию в первую очередь на города-государства, даже если вы не планируете там с ними как-то дружить, потому что они не обижаются на распространение. В сетевой игре вам там не будут объявлять войну за это и так далее. Но при этом, чем больше городов вы обратите в свою религию, тем больше ваша религия будет давить на другие города, и тем быстрее она будет в дальнейшем развиваться. Поэтому просто на города-государства проще и удобнее распространять. Вот. Ну и, кроме того, если у городов-государств, города... Боже, извините, города, город-государство с вашей религией еще становится вашим союзником, то влияние на него падает медленнее. Так, о чем я тут еще не рассказал? Защитник веры – это, ну, для войны плюс 20% силы рядом с дружественными городами. То есть неплохо, если вы в защиту стали, если вы планируете, что на вас нападать будут, а еще плюс, если вы Эфиопия, то у вас... Вообще, ваши юниты будут иметь большую защиту. Напомню, что у Эфиопии бонус против наций, у которых городов больше, чем у Эфиопии. Так, это рассказал. Реликварий плюс 50 веры за каждое использование исчезновения великого человека. Ну, вы знаете, у вас великие люди будут появляться уже во второй половине игры, и как бы... Тогда вера уже не так сильно влияет, вам уже очки веры не так сильно будут нужны, поэтому это не очень удачно, и я вот тоже, опять же, не видел, чтобы его брали. И, наконец, последняя справедливая война, вот это прикольный тоже культ, он дает плюс 20% рядом с вражескими городами, исповедующими данную религию. То есть, что вы делаете? Берете на соседа, распространяете вашу религию и приходите его завоевываете, потому что у вас будет на 20% больше силы, чем у его юнитов рядом с его городами. Это даже круче, чем иметь генерала рядом с войсками. Так, на этом исследование культов основателя и культов укрепления считаю завершенным. Да, я там раньше в видео сказал, чтобы вы делали скриншоты вот этих всех табличек и распечатывали. Я подумал, что зачем я над вами издеваюсь. И я просто выложил специально эти таблицы в формате А4, чтобы вам было удобнее их распечатывать. И ссылки на эти таблицы даны в описании к видео внизу, если вы на моем канале смотрите. Там два файла. Первый файл – это все пантеоны, а второй файл – это все религии. То есть культы основателя, культы укрепления и культы последователей. Вот на одной стороне листика просто распечатывайте пантеоны, а на другой стороне листика религии. И вот вам будет удобно, у меня все то же самое распечатано. Пожалуйста, пользуйтесь. Вот, Кисланд, видите, написал в чате, что, мол, я опять иудаизм принял. И у меня, кстати, в комментариях на канале тоже люди спрашивали, почему ты все время иудаизм принимаешь? Ты что, еврей, что ли? Я, правда, не знаю, это считается обзывательством, что ли, да, что еврей. Нет, я не еврей, я славянин по национальности, наполовину русский, наполовину белорус. Но, тем не менее, к евреям... испытываю только уважение как к нации, потому что столько претерпеть и в итоге остаться, сохранить свое самосознание, язык и культуру, это надо уметь. Не всем нациям это удается. И лично все мои знакомые евреи очень классные чуваки. Так что ничего зазорного, чтобы быть евреем, я не вижу. И вообще любой другой нации я не расист, не антисемит, вообще ни в каком роде. А в плане цивилизации все очень банально. К сожалению, создатели сделали иконки религий очень по-дурацки, очень похожими друг на друга. Вообще есть мод, который изменяет цвет религии, но он работает, к сожалению, только в одиночной игре, а не в сетевой. И принимаю я иудаизм по одной простой причине, что иконка иудаизма, лично я, ни с какой другой иконкой религии не спутаю. Вот иконку христианства, если еще играет Испания, то я могу спутать с изображением Испании. Тигрианство, по-моему, и конфуцианство вообще между собой очень похожи. Поэтому вот лично для себя я выбираю иудаизм, на втором месте у меня ислам, и на третьем вот инь-янь, я не помню, какая-то религия. Вот эти иконки, они больше всего друг на друга не похожи. Ну, если я, например, за арабов играю или за
персов или Египет, то я беру ислам, просто чтобы такую сохранить историческую правду. Если за Испанию играю, то христианство могу взять. Но я уже в последнее время просто автоматом беру иудаизм, чтобы не тратить время, особенно в сетевой игре, где тикает таймер, не тратить время на выбор этой религии, потому что это все равно не важно. Я быстро жмякаю на иудаизм и все. Так что тут нету никаких подоплек, что мне там чем-то больше нравится, чем другие религии. Просто в цивилизации пятой значок иудаизма для меня самый заметный. Я сразу вижу, где моя религия есть, а где ее нету. Вот смотрю на демографию, смотрю, что у меня, в принципе, все идет хорошо, даже по науке не сильно отстаю, всего на 1% от первого места. Так что с войсками у меня все в порядке. Если даже кто-то сейчас решит на меня напасть, я всегда отобьюсь. Идет расползание замечательно. Уже скоро пятый город поставлю. Места у меня для расползания тоже много. Так что развитие идет по плану. Единственное, что вот немного затормозил я с разведкой. Нашел только Японию, а остальных моих соседей... Ну, явно, что за Японией кто-то находится. И вот видите, кто-то на карте еще справа должен быть. Извините, слева. Справа океан. Слева, вот там, где горы, тоже еще кто-то должен быть. Но так как его до сих пор не видно, видимо, ему неудобно как-то ставить города в эту сторону. И я буду развиваться как раз в ту сторону, потому что вниз уже практически все занято Японией. Ну, точнее, как развиваться? Города буду туда ставить, а так скоро пойду Японию воевать, потому что войск у меня нормально, сейчас их еще будет постепенно все больше и больше становиться, и девать их уже некуда. Просто, вот немец пришел, значит, слева немец. Вот появился скаут немец, значит, вот там слева Германия находится. Ну что ж, я нахожусь в окружении воинственных соседей. Обе эти нации, в моем понимании, заточены на войну очень неплохо. Не удивляйтесь, что у нас сейчас такая перекличка тут идет плюсиками. Просто только что один из игроков вылетел, и мы загружали сейв, чтобы продолжить всем шестерым дальше играть. Кстати, я давно уже не играл со случайными людьми. Практически все мои соперники — это участники моей группы в Стиме. Там у нас уже человек 60, по-моему. Ну, то есть уже все знакомые между собой. И, собственно, если какой-то человек в этой группе выходит без предупреждения, а потом не извиняется, ничего не объясняет, то он банится и вылетает. И больше с ним никто не играет. Не дружит и называет бя. Это я к тому, что если вы хотите в сетевую игру нормально играть, то делайте это с друзьями, знакомыми, ну, в общем, с теми людьми, которым вы доверяете. Тогда вы обязательно хоть одну игру, но сыграете нормально. Поверьте, не обязательно в ней выигрывать, но ощущение от сетевой игры, когда все в ней доигрывают до конца, намного более крутые, чем от сетевой игры, когда половина игроков выходит, даже не проигрывая еще. Потому что против компьютера играть, ну, поверьте, не так интересно. Он очень тупой. Особенно в плане войны компьютеры выносятся на любом уровне сложности очень быстро. И дело в том, что люди выходят, вот сейчас в данном случае Кисланд, например, вылетел, не потому что он хотел уйти, а что-то случилось, там, потеря пакетов или еще что-то. Если бы это был не участник моей группы, да, с которым мы в чате в этот момент еще и находимся, мы бы все решили, что он квитер и вышел просто. Но на самом деле у него какие-то проблемы с игрой были или с соединением, бывает крашнулось цивы и так далее. Для этого вот, ну, я вообще, вот после этого видео, как я уже говорил, собираюсь сделать гайд по сетевой игре, то есть не по стратегиям, а именно как лучше всего играть, и там уже обо всем этом расскажу. Ну, пока я тут про сетевую игру распространялся, вы должны были заметить, что я объявил войну Германии и убил ее скаута. Ну, потому что нефиг, мне как бы не интересно, чтобы мои соперники знали расположение моих городов, и особенно, самое главное, в сетевой игре нельзя подпускать скаутов, соперников, ну, любых других юнитов к столице вашей, чтобы они видели территорию вашей столицы, особенно вообще конкретно вашу столицу. Во-первых, для того,
чтобы они не могли в будущем посадить там шпиона, а во-вторых, чтобы они не видели, какие чудеса вы в столице строите. Я напомню, что даже без шпиона, просто глядя на столицу вот с такой карты, как, на которой мы сейчас находимся, можно угадать, какое чудо света начал строить игрок, потому что оно начинает появляться рядом со столицей. Поэтому тактика очень простая. Своими скаутами вы должны раскрыть как можно больше столиц своих соперников, при этом скаутов соперника к своей столице не подпустить. Но повторюсь еще раз, что это хорошо именно для сетевой игры. В одиночной игре компьютер туповат, ему на самом деле можно продавать вообще посольство. Пускай он видит вашу столицу, это не особо не влияет, он шпионажем так не особо, опять же, не сильно пользуется. Просто я всегда лично компьютеру продаю посольство, даже не обмениваюсь с ним. Потом, когда я только надо, если там, может, какие-нибудь города-государства хотят найти другую нацию. В общем, в начале игры всегда деньги нужны, поэтому я им посольство продаю, и тут никаких проблем нету. Я говорил именно про сетевую игру. Так, ну давайте, наверное, я уже про давление религии расскажу. Пока тут у меня идет развитие, ничего интересного не происходит. Вообще, мне очень помогла статья «Распространение религии в Civilization 5» с сайта civgames.com. Ссылку на нее я дам в описании. Если вдруг ее не будет, то напомните мне, пожалуйста, в комментариях. Должен дать. И, по-моему, я об этом сайте уже рассказывал в прошлых видео. Это русскоязычный сайт, рекомендую его посмотреть, там много хороших статей, таблиц, возможно, кому-то будет, ну, интересное вы там точно для себя найдете. Так вот, я очень многое буду из этой статьи использовать. Значит, что значит давление? Грубо говоря, чтобы религия появилась в другом городе, если мы не берем во внимание миссионеров, там, великих пророков, мы про автоматическое распространение сейчас говорим. Значит, чтобы она там появилась, в этом городе должно создаться определенное давление этой религии, или напряжение еще можно сказать. Что давит на город? Ну, соседние города, в которых уже эта религия есть. Понятно, что в самом начале религия есть только в святом городе, в котором она основана. Вот в моем случае это Эдинбург. Значит, Эдинбург сейчас давит на все соседние города, которые рядом с ним находятся, на расстоянии в 10 клеток. Помните, я вам об этом говорил. Давил бы на 13, если мы возьмем определенный культ в верованиях укрепления, тогда будет на 13, а так на 10. На 10 клеток. И давление, опять же, зависит от скорости игры. В нашем случае мы на быстрой скорости, поэтому 9. На стандартной скорости давит 6, на эпической 4 и на марафоне 2. То есть, вот сейчас Эдинбург на каждый соседний город давит по 9. Вот если мы даже наведем мышку на город, вот соседний с Эдинбургом, в котором есть хоть один верующий иудаизма, то увидим, что давление 9. Если бы давило 2 города, то есть было бы 2 города, которые приняли иудаизм, то давление было бы, соответственно, 18. Ну и так далее. То есть поэтому и получается, что много маленьких городов, принявших религию, намного круче распространяют религию автоматически, чем мало больших. Потому что давление зависит от количества городов, а не от количества верующих в этих городах. То есть, вот играл бы я моногородом Эдинбургом, было бы там у меня, предположим, 30 населения, но я бы все равно на ближайшие города давил силой 9. А так у меня много маленьких городков, предположим. Просто, ну, сейчас они еще не приняли религию, но вот на данный момент у меня 5 городов. Вот если они все будут примут религию иудаизм, то на тот ближайший город, который от всех них будет на расстоянии в 10 клеток, они будут давить силой 45. Это уже круто.
Но когда же город принимает религию? То есть вот вы можете навести мышку на город, увидеть, что там есть верующие этой религии, но город к этой религии не принадлежит. Ну, святой город, чаще всего это столица, сразу принимает религию, как только вы основываете религию, это понятно. А вот все остальные города принимают религию только тогда, когда половина жителей или больше становятся верующими в данной религии. И только тогда город начинает получать бонусы, которые вы приняли, ну или от чужой религии. То есть пока город не принял религию, он бонусы не получает. Даже несмотря на то, что какое-то определенное количество верующих этой религии в городе есть. Ну, собственно, как только на баннере города вот значок религии появится, значит, он и принял эту религию, чтобы было визуально понятно. Ну и, естественно, пока город не принял религию, он никакого давления на другие города тоже не оказывает. Ну, как я и сказал, как только город с доминирующей религией начинает оказывать религиозное давление на ближайшие города, то находящиеся в радиусе клетки 10 клеток, если мы не взяли тот бонус, который до 13 увеличивает, начинает тоже постепенно обращаться в другую религию. Значит, постепенно под действием религиозного давления в городе, на который оно оказывается, возрастает число последователей соответствующей религии. Давление от нескольких близлежащих городов с одной доминирующей религией складывается, а число последователей этой религии в городе начинает расти быстрее. Теперь вернемся вот к верованию укрепления религиозные тексты. Помните, оно на 34% увеличивало давление, ну, то есть распространение, или на 68% после открытия печатного пресса. То есть, грубо говоря, на самом деле на треть и на две трети. То есть, либо... То есть, один вот мой город давил силой 9. Значит, после принятия этого бонуса он начнет давить силой 12, а после открытия печатного пресса силой 15. Вообще, эти сведения написаны и в цивилопедии, но вот дальше я вам буду рассказывать то, что почему-то создатели игры зачем-то скрывают. Что вообще означают цифры религиозного давления? Что это вот за 9, 12, там 45? Как оно вообще влияет? Когда, вот или, например, у пророка и у миссионера вы видите, что у него написано «сила тысяча». Что это за сила тысяча? К чему она? Почему вот это вот все создатели не объясняют? Хотя это можно было легко написать в цивилопедии. В общем, все это странно. Ну, вообще, само религиозное давление, оно работает. Вот если кто-то играл в предыдущую версию цивилизации, там было культурное давление. В четвертой циве, не знаю, плохо или хорошо, что убрали в этой части, но в четвертой циве вы распространяли свои бордюры, границы с помощью культуры, оказывали культурное давление на чужие города, и города соперника могли перейти к вашей нации, стать вашими городами только благодаря культурному давлению на них. Было прикольно, кстати. Ну, неважно. И вот, в принципе, вот это культурное давление, считайте, что оно перешло в пятую циву только под видом религиозного давления. Тогда вот в четвертой циве у каждой клетки была своя копилка, в которую добавлялись каждые ход очки культуры, созданные ближайшими городами, и в культурный радиус которых эта клетка входила. При этом близлежащие города могли принадлежать разным цивилизациям, и в этом случае в копилку попадали очки разных культур. Принадлежность клетки определялась тем, очков чьей культуры в копилке оказывалось больше. И клетка могла за игру несколько раз менять хозяев, в зависимости от того, у кого культура выше была. Ну, в общем, этот процесс назывался культурными войнами. Так вот, как я уже и сказал, распространение религии в пятой циве
примерно соответствует тому же принципу, только вместо клеток у нас города, вместо культуры и религиозное давление, а вместо великих артистов – миссионеры и пророки. Там, кстати, вот в четвертой циве великий артист, не, просто артист, там просто, по-моему, неважно, мог увеличить культуру владельца в оспариваемых клетках и таким образом захватить территорию. Ну вот как в пятой циве генералы поступают. Только они, правда, немного культуры захватывают, а в четвертой мы могли очень такой нехилый кусок оттяпать артистам. Так что все новое, очень хорошо забытое старое. Значит, главное отличие состоит в том, что город не переходит тут же в вашу религию, не сразу, как раньше было, а постепенно накапливает религиозное давление, и количество верующих возрастает постепенно. И только тогда, когда число верующих достигнет половины, как я уже говорил, город обращается в религию. Значит, как все-таки это работает, чтобы вы представляли себе переход города из религии в религию? Дело в том, что город, в котором нет религии, не является девственно чистым. Вместо этого в нем присутствует скрытая фракция атеистов. Очень прикольно. То есть вы этого не видите, на самом деле, игра это никак вам не показывает. Но на самом деле в городе сидят атеисты. То есть при основании города в его копилку сразу добавляется 100 очков религиозного давления, принадлежащих к атеизму. И чтобы обратить этот город в религию, нужно накопить более 100 очков давления этой религии. То есть, ну, скорее всего, вы уже поняли, что количество верующих определяется как отношение накопленных очков давления религии к общему размеру копилки. Ну, то есть, вот скажем, в копилке города с населением 3 лежит 100 очков атеизма и 200 очков христианства. То, соответственно, один житель будет неверующим и два жителя христианами. Жители распределяются по религии, соответственно, с отношением накопленных очков религиозного давления. Ну вот представьте, вот мы сейчас основали религию в Эдинбурге. У нас какой-то уже город был построен, например, Дублин, в котором два жителя. И мы начинаем на него давить силой 9. Религиозное давление на него 9, потому что он в радиусе Эдинбурга, и всего один город на него давит. И значит, постепенно каждый ход к фракции как бы иудаизма будет прибавляться 9 очков. А напоминаю, что у атеистов есть 100. И значит, через 11 ходов у нас там уже появится один иудей. И так далее. И, значит, через 11 ходов один иудей. Это если город не растет. Если же город растет, то есть он вырастет с 2 до 3, то сразу третий житель уже сразу будет иудеем. А если город не растет, оставаясь вот жителем 2, то через 11 ходов иудей родится в Дублине. И таким образом, либо через 11 ходов он станет, примет религию иудаизм, либо немного раньше. Здесь примерно объяснил. Что значит вообще цифры религиозного давления, отображаемые в интерфейсе? Ну, вот это именно те очки, которые добавляются каждый ход в копилку города. И 1000 очков миссионера – это те же самые очки религиозного давления. Различие только в том, что очки от окрестных городов капают в копилку каждый ход, а очки от миссионера заливаются туда единовременно. Ну и, собственно, как очки от пророка. Кстати, вы обратили внимание, я тут уже Японию вовсю завоевываю. Вот мне Кисланд даже Осаку предлагает замерный договор, но нет, я планирую всю Японию забрать. Вообще удивительно, вот, ну это критика к Исланду и всем остальным, кто будет играть. Я напомню, что мы здесь все сами выбирали себе нации. То есть это не рандом, а сами выбрали. Кисланд сам взял себе Японию. Это очень крутая нация, очень классная, воинственная нация, у которой очень крутой бонус, с помощью которого классно воевать. И тем не менее, у него меньше очков, чем у меня. На самом деле не воинственной нации кельтов. И он не смотрел демографию, по которым видно, что у меня, по-моему, ну, я не помню, самая сильная армия или нет, но главное, что у него самая слабая армия.
Я вижу по демографии, что у моего соседа самая слабая армия, и иду к нему воевать. Но тут Кисланд уже второй раз у меня мирный договор попросил и решил его пожалеть, дать еще чуть дольше поиграть. Но вместо шелка, ведь ему соль предлагаю, потому что у меня шелк один, но нет, он почему-то требует шелк. Ну, не хочет мирного договора, не будет ему мирного договора тогда. Будем завоевывать Японию под корень. Тем более, что видите, как он странно распорядился с армией. Я так понимаю, раз он пишет, что вы хотите меня с двух сторон зажать, то он... То снизу у него тролль-рыбак. Ну, отдавать троллю-рыбаку такую легкую добычу, какой сейчас стала Япония, я, конечно, очень не хочу, и лучше самое быстренько завоюю. Вот видите, мои... пикты. Ну, город я разрушаю. Вы же помните, у нас стратегия по расползанию разрушать города. И тем более, что у меня, вон, видите, уже готов поселенец на место этого города свой поставить. Ну, было бы чуть попозже, там где-нибудь ходы у нас 80-е были, 100-е, то я, может быть, и не разрушал, строил суд, но на данный момент у меня, видите, и денег мало на содержание, и еще, ну, лучше разрушить и свой поставить, тем более, что все для этого готово. Ну и вообще, видите, я думал, что у меня Япония будет проблемой под боком, а оказалось, что наоборот, Япония стала помощью в моей игре. Я с ее помощью лучше расширюсь даже. Ну, Токио, естественно, я разрушу... Не Токио, а кто там, Киото, столица. Разрушить я не смогу, придется оставить. А вот на месте Осаки будет стоять сейчас скоро кельтский город новый. Еще раз повторюсь всем тем, кто играет в сетевые игры против живых соперников, внимательно следите за демографией и используйте бонусы своей нации, а не кидайтесь там в бездумное развитие городов, потому что к вам придет более воинственная нация, и все ваше развитие очень быстро заберет себе. Теперь продолжу дальше, пока я тут завоевываю Японию, продолжу дальше вам рассказывать про давление религиозное. Значит, есть еще один источник очков религиозного давления – это рост населения. Когда население города вырастает на единицу, в его религиозную копилку добавляется 100 очков религиозного давления, доминирующей в нем религии. То есть, пока город не был обращен ни в какую религию, его доминирующей религией является атеизм, то бишь отсутствие религии. Таким образом, город, выросший без религии до размера 10, будет иметь в копилке 1000 очков атеизма. А это значит, что на его обращение потребуется более 1000 очков религиозного давления, чтобы создать перевес религии над атеизмом и таким образом сделать ее доминирующей. Поэтому не стоит затягивать с покупкой миссионера. И именно поэтому я говорил, что чем раньше обращаешь города, тем легче они становятся религиозными, и тем потом быстрее ваша религия распространяется. Я вот знаю, что многие, кто играет через религию, даже специально используют великого... Даже не великого пророка, а, скажем так, они когда основывают религию, то потом несколько раз тратят очки не на великого пророка, чтобы укрепить религию, а на одного-двух миссионеров, чтобы быстро распространить свою религию в ближайшие там города-государства, ну, распространить религию в как можно большее число городов, пока они еще маленького размера. И таким образом, мало того, что ускорить распространение своей религии, так еще и будет потом труднее ее выковырить из этих городов, понимаете? Вообще, как бы, просто вот вначале, когда играешь, интуитивно кажется, что чем позже пошлешь миссионера, тем больше жителей он обратит. Потому что, ну, город вырос, значит, вы придете там в город, у которого большое количество населения, и сразу много человек обратите в свою религию, и таким образом вы миссионера эффективнее потратите. Но вот сейчас я вам только что рассказал механику распространения религии. И становится понятно, что все работает с точностью да наоборот.
Создав миссионера как можно раньше, вы не только сэкономите, собственно, миссионеров, потому что одного миссионера будет хватать на 2 города. И напомню, что миссионер 2 раза распространяет религию. Но и будете получать халявные очки давления вашей религии. То есть вы распространили религию на маленький город, он будет расти, и вашей религии, она станет доминирующей и дополнительно получает очки давления вашей религии в процессе вырастания. То есть вот вы, например, с миссионером пришли в город размером 1. Ну, какого-нибудь вашего соседа, например, у которого там не скоро религия будет. Обратили его своим миссионером, когда у того был размер 1. Она стала доминирующей, и он получит дополнительно, город получит еще 900 очков давления вашей религии в процессе вырастания до размера 10. И, например, ваш сосед в итоге все-таки заполучил религию, и чтобы переконвертить уже свой город в свою религию, ему придется тратить великого пророка туда, а не миссионера. Именно поэтому я вам уже в этом видео говорил, что вначале лучше использовать миссионеров и как можно быстрее для распространения религии. А уже дальше, в середине игры, придется только великих пророков, потому что ваши миссионеры просто не смогут конвертировать большие города в свою религию. Ну и сами понимаете, что раннее принятие религии в ваших городах защитит от миссионеров противника, потому что им будет намного сложнее ее переконвертить в свою религию. Кстати, вот из этой механики вытекает, что фракция атеизма в городе может иметь всего 100 очков даже в городах с населением в несколько десятков граждан. Но это так уже, для любителей математики это можно не запоминать. Так что не считайте багом, если увидите, что ваш пророк город с населением 10 обращает аж в 2 подхода, а город с населением 30 с первого раза. Это значит, что первый год, очевидно, всю свою историю жил в неверии, а второй был обращен в какую-либо религию до того, как достиг размера 10. Ну и максимальный вес фракции атеизма может быть равен, соответственно, количеству населения, умноженному на 100. То есть, если у вас есть город размером 15, где нет религий, можно смело утверждать, что вес фракции атеизма в нем составляет 1500 очков. Если же в городе есть доминирующая религия, давление атеизма может быть любым в пределах от 100 до 1500 очков. Эту величину можно косвенно оценить по числу верующих разных религий, представленных в этом городе. Однако нельзя быть слишком уверенным, так как здесь действуют всякие нюансы. Например, когда был основан пантеон и как долго город провел в язычестве, что из интерфейса узнать никак нельзя. Ну и понятно совершенно вот из того, что я только что перед этим говорил, что распространение религии миссионерам может иметь эффект весьма ничтожный. Вообще, теоретически, может, ваш миссионер, вы начнете распространять религию в каком-то городе, и ни одного нового последователя не появится. Это происходит, если в копилке уже очень много очков давления от других религий. Или даже от вашей собственной религии. Ну, возьмем пример, опять же, вот с нашим любимым городом с населением 10. Предположим, в нем представлен индуизм – 3000 очков, буддизм – 6000 очков и атеизм – 1000 очков. Соответственно, верующие пропорционально распределены между этими религиями. Индуизм – 3 последователя, буддизм – 6, атеизм – 1. Вы хотите сделать индуизм доминирующей религией. Вам нужно переманить из конкурирующих религий всего-то 2 последователей. Ну, чтобы как раз половина города стала индуистами, и он станет индуистским. Вы приводите миссионера и выполняете 2 миссии, добавляя городу 2000 очков давления индуизма. Новая картина распределения – 5000 очков индуизм, 6000 очков буддизм, как и было, и 1000 очков атеизм. Как видно, новое число последователей индуизма равно 4, потому что 5000 разделить на сумму 5000 плюс 6000 плюс 1000. То есть 5000 разделить на
12 тысяч. Вы приобрели всего одного дополнительного последователя, уменьшив число последователей буддизма, и индуизм не стал доминирующей религией. И вот эта занимательная арифметика в очередной раз приводит нас к мысли о том, что если город древний и долго находился под давлением религии или нескольких религий, для его обращения в вашу веру лучше воспользоваться сначала инквизитором или вообще великим пророком. Эти юниты удаляют конкурирующие религии из города, поэтому, ну, остается атеизм, имейте в виду, потому что инквизиция ему не страшна. И в данном примере, вот, который я привел про индуизм, буддизм, атеизм, вам будет достаточно одного инквизитора, он удалит буддизм, и индуизм сразу станет доминирующей религией, так как его очков уже накоплено немало. Это вот опять же к тому, что люди говорят, что инквизитор – ненужный юнит. То есть, опять же, он для старых городов очень неплохо работает. Если вы хотите, например, обращать неверных в чужой стране, лучше использовать смесь из пророков и миссионеров. Пророк осуществляет первое обращение, удаляя конкурирующие религии из города противника и добавляет 1000 очков давления нашей религии. Если этого оказалось недостаточно, используем более дешевого миссионера, и он добавляет еще 1000 очков религии. Итого выходит 2000 очков, что должно быть достаточно для обращения города с числом жителей до 20. Обратив все города противника в свою веру, вы лишите его возможности покупать инквизиторов и миссионеров, так что его религия будет полностью подавлена. Но если вы полностью всю нацию противника перевели под свою религию, это не значит, что он не может вернуться или основать свою. То есть, если у него не было своей религии, и он основывает свою религию, то в его святом городе сразу эта религия становится доминирующей. То есть, несмотря на то, что вы давным-давно этот город перевели под свою религию, все равно, скорее всего, столица его, ну, обычно, которую делают святым городом, перейдет под его религию в любом случае. Если же он уже давно основал религию, и вы перевели всю нацию под свою религию, даже святой город обратили пророком в свою религию, то это тоже не означает полного истребления религии. Святой город сам по себе оказывает довольно существенное давление сам на себя. И вы можете вот даже следить каждый ход, там, например, ну, грубо говоря, Киото, предположим, был там буддистским, я его перевел в индуизм. И вот смотрим, там он был население 20, там 12 населения стало индуистскими и 8 буддистскими. И вот вы видите, что постепенно, ход за ходом, в зависимости от давления, буддистов будет становиться больше и больше, и в итоге он опять станет буддистским. Вообще, даже если вы до нуля сведете верующих буддизма, все равно они постепенно будут восстанавливаться. Так что полностью избавиться от религии невозможно. Но помешать человеку таким образом очень даже можно, потому что его религия не будет действовать на столицу, на все остальные города, и он не будет получать те бонусы, на которые он рассчитывал. Но зато будет получать бонусы от вашей религии. Поэтому иногда просто даже выгодно чужую религию принимать. Если человек очень рано ее там принял, и там, предположим, пагоды всякие, ну что-то вот то, что вы видите, что по вашему развитию вам нужно, почему бы чужую религию принять? А у вас, например, не очень классные бонусы, вы там случайно промахнулись мышкой в когда торопились в сетевой игре, или они сейчас вам уже эти бонусы не нужны, так что сами смотрите по ситуации. И еще раз скажу, как появляется Великий Пророк, тем более, что вот скоро у нас должен появиться. Если помните, то мне нужно было 201 очко для появления Великого Пророка, уже 222, опять я перебрал очков, а его все еще нет. Ну, вообще, я там в начале видео не в начале, это в середине уже говорил, но
повторение мать учения. Значит, ну, во-первых, понятно, что вы должны накопить необходимое количество очков веры. Но для первого пророка на быстрой скорости 131. Значит, если у вас есть уже 131 очко веры, то на каждом ходу вы имеете 5% шанс на то, что в столице появится пророк. Если у вас уже больше 131 очка, эта вероятность линейно повышается, достигая 100% при количестве очков веры, равном 2, умноженное на стоимость пророка, минус 5. Значит, чтобы пророк, ну вот этим я только что он появился, чтобы пророк обязательно появился, вы должны накопить количество очков веры, эквивалентное его двойной стоимости. Но такое, конечно, бывает при супер невезении, что придется двойное количество очков веры копить. То есть не 131, а 262. Это при том, что все эти очки еще и исчезнут, когда вы получите пророка. Ну вот, у меня, слава богу, всего на 2 хода отложилось принятие пророка, и укрепляю веру. Так что сейчас рассмотрим последние верования, верования почитателей. Вот давайте и приступим, пожалуй. Как видите, здесь, в отличие от пантеона, я уже сгруппировал верования по тому, что они дают. То есть не от какого, не от ресурсов как бы отталкиваться. Вот помните, я пантеон группировал, то есть какие-то от зданий идут, какие-то от улучшений и так далее. То здесь, в данном случае, я сгруппировал, что они дают. Счастье, производство, ну и так далее, веру. Потому что уже к моменту, когда вы будете принимать верование почитателей, вы уже поймете, что вам из этого требуется, и вам будет проще ориентироваться вот по этой таблице. Значит, видите, 6 вариантов: счастье, производство, вера, рост, культура и покупки за веру. Ну, понятно, что нам, как идущим на большой рост городов, важнее всего счастье. Поэтому лично я принял аскетизм в первый раз, потому что мы святилище и так будем строить в городах. Они будут давать плюс одно счастье в городах с 3 последователями, и, соответственно, так мои маленькие города как раз до 3 и дорастают, то, что надо. Ну, в принципе, я об этом рассказывал в видео про бесконечное расползание Майя, тут все то же самое. Также в счастье еще 2 верования есть. Это плюс 2 счастья от храма в городах с 5 последователями и плюс 2 счастья от садов в городе. Ну, эти менее, конечно, популярны, потому что не столько много бонусов дают, и тем более надо выращивать города до 5. То есть вы понимаете, что 3 последователя и 5 последователей это не равно городу с 3 жителями и с 5 жителями. То есть у вас может быть город 3 жителя, но в нем может быть только 2 последователя, и тогда святилище не будет давать счастье. То же самое и храм. Вот, например, там стоит у вас город с 8 жителями, но в нем только 4 последователя. Но он уже принял вашу религию, потому что половина. И вот в нем храм, вы приняли это верование, и вы не получите плюс 2 счастья до тех пор, пока у вас в этом городе не будет 5 или более последователей. Ну и сады мира, получается, что мало того, что вам надо сады построить, это значит, в любом случае у вас город должен на реке находиться, и обычно сады строят в тех городах, которые на рост идут, то есть в маленькой империи, там где 3-4 города, для того, чтобы получать великих людей от специалистов. Значит, плюс всего плюс 2 счастья – это не так много. Ну, с другой стороны, вы это практически бесплатно получаете от садов. Но для этого, опять же, город должен на реке находиться. Так что, ну, такие довольно специфичные культы. Тем более, что счастье можно получать и от построек за веру. Это переходим уже к следующему разделу – покупки за веру. То есть за очки веры вы можете купить некоторые здания и даже войска, в отличие от того, какие культы вы примете. Вообще, самый популярный в этом разделе – это пагоды.
потому что они дают и плюс два веры, и плюс две культуры, и плюс два счастья. То есть это намного круче, чем вот те же плюс два счастья от храма или от садов. То есть мало того, что вы счастье получаете, вы еще и культуру получите, и веру, и эти здания еще и не требуют денег на содержание. То есть это очень классный выбор, и обычно люди, если не знают, что брать в верованиях почитателей, то сразу берут пагоду, если они не определились. То есть пагода – это такой универсальный выбор, в данном случае, как плюс 10 к росту в пантеонах. Кроме пагод, также еще за веру можно покупать мечети и соборы. Мечети здесь более популярны, чем соборы, потому что, смотрите, вот видите, пагода дает плюс 2, плюс 2, плюс 2, это значит плюс 6 всяких бонусов. Мечети плюс 3, плюс 2, плюс 1, тоже плюс 6. А соборы плюс 1, плюс 3, плюс 1, то есть всего плюс 5. Но если вы идете на культурную победу, то соборы строго обязательны, потому что они мало того, что дают плюс 3 культуры, в отличие от пагод и мечети, которые дают плюс 2, но еще и у них есть место для артиста, куда вы сразу можете посадить специалиста, который тоже будет давать культуру и работать на рождение великого артиста, что очень круто для культурной победы. Ну, а мечети, понятно, больше веры, и вы потом можете их на великих людей тратить. Так что смотрите. То есть я, например, если за Эфиопию играю, то мечети обычно строю, потому что там счастья особо не надо, как от пагоды. Ну и последнее здание, которое можно купить за очки веры, это монастыри. Честно говоря, я ни разу не видел за все мои игры, чтобы кто-то брал этот культ. Потому что, ну, вообще они круты, конечно, плюс два веры и плюс два культуры, то есть так же, как и пагоды дают, и мечети, и еще плюс за веру и культуру от источников вина и благовоний. Но у меня, например, за игру не было столько источников вина и благовоний рядом, чтобы брать монастыри. Но, кстати, они стоят дешевле, чем соборы и мечети, так что их можно намного быстрее купить, чем соборы и мечети, вы получите больше веры и культуры, но, видите, к сожалению, от них нету счастья. То есть считается, раз у вас уже вино и благовоние есть, значит, вам уже офигенно много счастья, больше вам и не надо. Так что, если все-таки у вас такая территория, что рядом с вашими городами, ну, хотя бы как минимум три вот источника вина и благовоний, то имеет смысл обратить внимание на монастыри. Тем более, если у вас религия, вы не первый по религии идете, то очень неплохое подспорье будет. Ну и последнее – это праведное воинство. Вы за очки веры можете войска покупать. В принципе, неплохо для войны. Вы не тратите ни производство, ни золото на покупку войск. Но тут проблема в том, что, мне кажется, дороговато получается. Стоит войска за веру, и вере есть более лучшие применения. Ну, это в моем понимании. Вообще, я немножко об этом культе дальше расскажу. Следующая колонка производства. Вот религиозное сообщество – очень неплохой бонус. Плюс 1% молотков за каждого последователя религии в городе. И максимально вы, соответственно, плюс 15% можете получить. Например, вы играете за арабов. У них очень большой бонус по золоту, потому что у них уникальное здание такое. Вообще они там получают бонусы неплохие. Но обычно они появляются в пустыне, ну, то есть у них и с едой нормально, но в связи с этим проблемы с производством. И вот, например, для арабов, я напоминаю, что в цивилизации лучше всего держать баланс. То есть, если у вас где-то чего-то много, вот опять же, у арабов много золота, не обязательно брать им культы, которые еще золото добавляют. В данном случае лучше взять те культы, которые дадут производство. Но это я так, для примера, вы не думайте, что это четкое следование вот за арабов именно так, потому что вы должны смотреть по ситуации, как у вас в игре. Не хватает с производством, вот берете плюс 15%. И в городе, ну вот если 15 последователей, предположим, там 20 населения и плюс 15% к молоткам – это очень неплохое добавление. Ну, там сколько, например, 40 молотков есть, и плюс 15% – это уже плюс 6 молотков. То есть
Практически национальное чудо, построенное на ровном месте. Следующее верование – благословление гуру не такое крутое, потому что оно дает только плюс 2 молотка в городе со специалистами. Ну, с другой стороны, конечно, там всякие мультипликаторы, умножение идет там. То есть это чистые 2 молотка. Но в моем понимании все-таки религиозное сообщество покруче будет. Хотя, опять же, смотрите по ситуации. И вот я тут обращу ваше внимание. То есть плюс 2 молотка не каждому специалисту, а именно вот если в городе появляется специалист, то этот город получает плюс 2 молотка. Следующий раздел – вера. Тут 2 культа – литургическая драма и божественное вдохновение. Ну, мне кажется, что в культах последователей брать бонус на веру уже нету смысла. То есть, ну, если вы первыми взяли религию, первыми, вторыми, значит, у вас с верой и так все неплохо. А если в конце, то как бы зачем вам уже эта вера? Ну, с другой стороны, если вы идете на, опять же, на покупку великих людей потом за веру, то неплохо. Но здесь, видите, плюс 1 вера от амфитеатров в городах с 3 последователями. Опять же, амфитеатры строят в тех городах, которые, ну, когда мало в империи городов, 3 или 4, и получать всего плюс 3 или плюс 4 веры, ну, как-то маловато. А вот божественное вдохновение, тем более, если у вас уже так немало чудес света, это неплохо. То есть вы же видите, что уже как минимум от 3 чудес света уже плюс 6 на ровном месте. Почему нет? То есть это уже неплохой выбор. Следующий – рост. 5 вариантов. Извините, 2 варианта. Мечина орала – это плюс 15% рост населения города в мирное время. И накорми мир – плюс 1 яблоко от святилища и храма в городе. Мечина орала был бы очень крутым культом, если бы не одна маленькая поправочка. В мирное время. В сетевой игре, как только вы принимаете этот культ, вам сразу объявляют войну. С вами даже воевать не будут, просто объявят войну, чтобы вы не получали вот этот 15-процентный бонус. Так что, ну, сами думайте. То есть, только если вы играете с неопытными людьми, которые не смотрят, какие культы принимают соперники, то тогда может проканать. А так сразу получите войну. А накорми мир очень неплох, между прочим, потому что плюс 1 яблочко от святилища и храма даже в маленькой империи, точнее, это даже больше подходит для маленьких империй, очень неплохо. Это плюс 2 яблока, считайте, тот же эффект, как от амбара. Ну, только там у амбара еще от улучшений есть всякие плюсы. Но здесь, считайте, вот вы амбар на ровном месте, еще один амбар у себя в городе ставите. И последний раздел – культура. Тут либо плюс 8 культуры от Эрмитажа, либо плюс 2 культуры от храма в городах с 5 последователями. Естественно, если вы играете на культуру, то здесь выбор только религиозное искусство, потому что плюс 8 от Эрмитажа – это плюс к тому, что он уже имеет, когда вы строите Эрмитаж, это намного круче, чем всего лишь плюс 2 от храмов. То есть, чтобы получить этот бонус, такой же, как у Эрмитажа, вы должны как минимум 4 храма построить. При этом в городах уже должно быть 5 последователей или больше. К тому же, построив всего одно здание, Эрмитаж, и получив плюс 8, вы на него еще там мультипликаторы, те же радиобашня, по-моему, радиовышка, плюс 33% к культуре, да, дает. То есть это еще плюс даст культуре большой. Так что я вот иногда, даже если я не на культуру играю, и классные верования разобрали, я беру вот эти плюс 8 от Эрмитажа, просто чтобы быстрее социальные политики закрыть, и это очень классный выбор, в моем понимании. Ну и еще раз напомню, что вот эти все таблицы, которые я вам демонстрировал, вы можете скачать себе и распечатать, они специально расположены на листе формата А4, чтобы удобно было распечатывать, и ссылки на эти таблицы в описании к этому видео. Так что все для вашего удобства. На здоровье.
Ну и, как видите, в этой игре я взял распространение веры на 30% дальше и пагоды. Потому что быстрое распространение религии уже испанцы взяли, а на 30% тоже неплохо. Несмотря на то, что они взяли вот это быстрое распространение, наша религия будет распространяться все равно быстрее, потому что у меня больше городов. Ну, а пагоды, как я уже рассказывал, просто такой универсальный, неплохой культ. Тем более, что мы играем через... расселение, и нам нужно много счастья, и пагоды как раз это два счастья очень неплохо. И надо не забыть переключить вере на то, чтобы автоматически вера использовалась на строительство пагод. Вы можете и вручную, кстати, их покупать. Автоматически пагоды будут покупаться в тех городах, как вы их ставили. То есть первым построится в столице, вторая пагода купится во втором вашем городе, который вы построили, ну и так далее. Если, может, просто вам нужно определенное, чтобы там, например, не в столице первая пагода встала, а в другом городе, то это тогда ручками просто заходите в те же покупки за деньги, вот в городе, и там будет написано, что... купить пагоду, и только там вместо денег будет количество очков веры. Но тогда уберите с автоматического и напомнить позже. У вас тогда, когда соберутся очки для покупки пагоды, будет написано, что вы типа можете очки веры потратить на покупку. Видите, Бананоид пишет, что я только для видео так стараюсь. То есть в обычных играх я быстро сливаю и ухожу, все. Так, пожалуй, еще надо рассказать про покупку за веру великих людей. Вы можете покупать за очки веры, вот видите, я сейчас как раз переключаюсь на пагоды, покупать за очки веры великих инженеров, великих артистов и так далее. Но, во-первых, это можно делать только после того, как вы открыли, точнее, перешли в индустриальную эру, то есть до индустриальной эры это невозможно. А во-вторых, покупать только тех великих людей, которые у вас открыты социальные политики. Значит, великого ученого вы можете купить только если у вас открыт рационализм. Великого артиста, если у вас открыта свобода. Великого инженера, если у вас открыт порядок. Великого генерала, если у вас открыта автократия. И великого торговца, если у вас открыта коммерция. Как видите, воля, честь... традиция и патронаж не влияют. Вы приняв... и набожность, извините, набожность. Приняв эти социальные политики, вы никаких великих людей покупать не сможете. Многие могут сейчас подумать, что ага, дело в шляпе, нужно в начале игры как можно больше напирать на веру, скопить дофига-дофига очков веры, а потом их все тратить на великих людей. Но в игре встроена защита от этого. То есть вы, например, вот ставите, чтобы очки веры просто сохранялись, чтобы они не тратились на великих пророков, на миссионеров и так далее. Но при определенном наборе очков веры вы все равно автоматически купите великого пророка. То есть чуть позже, да, но великий пророк за очки веры до индустриальной веры все равно покупается. Так что вы не сможете сохранить большое количество очков для ваших великих людей. Или так балансируйте, чтобы вот эти очки веры и не тратились на великого пророка и сохранились, и вы вошли в индустриальную эру и сохранили их. То есть, ну вот, смотрите, на быстрой скорости первый пророк нужен 131 очко, второй 201, третий уже 365. Предположим, вы двух пророков купили для того, чтобы основать религию и укрепить ее, и потом вы хотите все эти очки сохранить для великих людей. Вы ставите использовать позже или там напомнить позже, но... когда вы доберетесь до 365 очков, ну, того количества, которое вам нужно для покупки великого пророка, вы все равно каждый ход будете рисковать получить этого великого пророка, несмотря на то, что вы не хотите его. То есть это вот такая защита от того, чтобы люди не хранили очки
для покупки великих людей в индустриальную эру. И, как мне кажется, это по механике и по стратегии правильно. После того, как вы перейдете в индустриальную эру, то в меню веры у вас появится, вот там, где вы выбирали оставить на пагоды, оставить на великого пророка, у вас там появится, например, оставить на великого ученого. Это если у вас рационализм принят. Или там оставить на великого артиста, если у вас свобода принята. Или и то, и другое вместе, если у вас оба института приняты, это вполне тоже может быть. И потом там будет написано стоимость. Например, великий ученый 670 будет вначале стоить, по-моему, я не помню, на быстрой скорости. И здесь, в отличие от великих пророков, вы когда достигнете 670 очков веры, у вас великий ученый будет сразу куплен. То есть вот этого не будет там 5-процентного увеличиваться. Нет, 670 достигли и сразу купили. И потом увеличится количество очков веры до следующего великого человека. Кстати, обращаю ваше внимание, вот у вас, когда великие люди рождаются в городах, вот вы можете посмотреть, например, там для первого великого ученого вам нужно было 200 очков набрать. Я сейчас не про веру говорю, а именно в городе. Кстати, вот я взял Киото, столица Японии теперь моя. Какая радость, какая радость. Так вот, когда у вас в городе рождается великий человек, вам нужно было для первого великого человека 200 очков набрать. Ну, для следующего уже больше надо будет набирать, потому что с каждым рождением великого человека больше очков надо на него тратить. Так вот, когда вы покупаете великих людей за веру, в городе количество очков тоже увеличивается. Вы должны это понимать. То есть, если вы выращиваете великих людей в городе, то вы можете немножко дальше отодвинуться. Но количество, то есть, и причем это влияет на всех великих людей. То есть вы там, например, выращиваете в городе великого инженера, за очки веры купили великого ученого, но для того, чтобы вырастить великого инженера, тоже стало больше очков требоваться. А вот очков веры на покупку великого инженера осталось столько же. Например, вот вы вначале, у вас принят рационализм и порядок. Значит, вы за очки веры можете купить великого ученого и великого инженера. Оба они стоят 670 очков веры. Вы решили купить великого ученого. Покупаете его, и следующего великого ученого вы там можете за 1000 с чем-то купить, если мне не изменяет память. А вот великого инженера все еще за 670 очков веры. Но при этом стоимость выращивания великих людей в городах увеличилось и великих инженеров, и великих ученых. Ну, надеюсь, начинающим, вообще сейчас я такую тарабарщину, как я понимаю, рассказывал, вы так заснули в этот момент, потому что сложные вещи, но для продвинутых игроков, я думаю, было понятно, что я имею в виду. Ну что ж, похоже, я про религию, именно про религию, про веру и так далее рассказал все, что знаю. Я еще дальше буду вспоминать по ходу действия, я не закончу сейчас видео, естественно, но вроде бы все основные фишки, вообще как работает религия, я рассказал. Надеюсь, это было понятно, если вдруг что, естественно, спрашивайте в комментариях. И все-таки, вы меня спросите, а есть ли вообще какая-то стратегия игры через религию? И я вам отвечу, к сожалению, нет. Вообще интересное дело, я вот уже на одном форуме по этому поводу спорил, я написал, что нету никакой конкретной стратегии игры через религию, а мне человек в ответ: ну как же, если есть религия, значит есть стратегия игры через нее. Очень интересно, то есть, ну при этом он не знал, естественно, никакой такой стратегии. Я вам точно могу сказать, я сыграв, наверное, 25, что ли, игр специально через религию, пытаясь всячески, там, и воле, ну, хотя я еще про социальный институт набожность, по-моему, не говорил, сейчас еще дальше скажу, всячески играя по-разному абсолютно, то есть у меня было много идей вообще, как использовать религию, но, к сожалению, стратегии игры через религию нет.
религия – это просто бонус к вашему развитию. Она добавляет определенные положительные качества развития вашей нации. Ну, естественно, вы должны с умом их выбирать. Все это, если вы это все правильно выбираете, то развитие у вас будет замечательным. Но стратегии игры через религию, то есть вот прям куча очков веры, через которые, благодаря которым вы в итоге победите, этого нету. Они, вера дает дополнительные бонусы, дополнительных великих людей и так далее. Но победу именно через... Вы не можете сказать, я победил только благодаря религии. Такого не будет. Единственное, вот я еще думал, что может быть стратегия через культ, когда вы можете за очки веры покупать войска, то есть вы идете к нему, покупаете... строите все здания для веры, то есть как можно, чтобы у вас больше был выхлоп веры, и потом берете этот культ и покупаете войска за очки веры. Но, к сожалению, войска стоят за веру стоят слишком дорого. И, ну, то есть он неплохой культ, в принципе. Если у вас много очков веры, почему бы его не взять и вот тоже не покупать через него войска, но не надейтесь, что благодаря этому культу у вас станет очень много войск, и вы сможете там соседа хотя бы ближайшего завоевать. Нет. То есть это, опять же, то же самое, дополнительный бонус. Вы просто сможете больше войск купить. Например, в моем понимании, было бы круче, если бы эти очки веры на содержание войск тратились. Вот это было бы классно. А купить войска? Ну, блин, у меня и так много войск, зато я на них очень много трачу денег, содержания, и в итоге я не могу еще больше войск строить и покупать, потому что большое содержание на них. А тут еще и за веру можно покупать. Ну, нафига надо, не знаю. То есть это дополнительный бонус. Далее. Многие, я думаю, из вас подумают, что если мы играем на веру, то есть у вас когда много веры, то надо принимать социальный институт набожность. Так вот, оказывается, что это не так. Опять же, сыграв кучу игр по религии, я не увидел, что набожность дает те бонусы, на которые от нее рассчитываешь. А самое плохое, что приняв набожность, вы считаете, что отказываетесь от рационализма. То есть будете отставать по науке. Конечно, ничто вам не мешает принять набожность, а потом принять рационализм, но тогда таким образом вы потеряете те общественные институты, что вы принимали в набожности. И спрашивается, зачем же тогда ее принимать? А бонусы от набожности, в принципе, все идут именно на увеличение веры. То есть... вы как бы культуру конвертируете в веру, которую потом... Что из нее делать? Что, как, что покупать? Хорошо, вы дойдете до индустриальной эпохи, когда можно будет покупать великих людей, но у вас принята набожность, например, там традиция, предположим, да, или воля, и ни один из этих общественных институтов не дает вам великих людей, то есть вам надо... Придется опять либо свободу принимать, либо порядок, но уже не рационализм. То есть вы великих ученых не получите. Ну, давайте вот быстренько разберем ветку институтов набожности. Принимаем набожность, это дает нам в два раза быстрее скорость строительства святилища и храма. Да, это прикольно, особенно если вы играете на расползание, вот как я сейчас. Нам быстро надо святилище строить и храмы, ну, особенно святилище для того, чтобы... счастье поднималось. И так как мы это будем быстро строить с помощью набожности, это неплохо. Дальше. Организованная религия дает плюс одну веру от святилища и храма от тех же. Ну, то есть будет быстрее вера накапливаться. Мандат небес, 50% избыточного счастья, каждый ход конвертируется в культуру. То есть, если вы играете на культуру, то набожность, конечно, неплохой выбор. Но, опять же, это для высоких стратегий, для высоких империй. Ну, то есть, когда вы играете через малое количество городов, в которых большое количество населения. И только если вы играете на культуру, а это значит не сетевая игра, а против компьютера. Тогда набожность имеет смысл брать. Теократия дает плюс 10% золота от храма. Ну, как бы, знаете, такой... Вот если бы храм давал плюс 10% науки,
Вот это было бы круто, и тогда можно было бы закрыть глаза на то, что вы не принимаете рационализм, что вы пролетаете мимо него. А плюс 10 от золота, ну, как-то, честно говоря, не фонтан. Тем более, что вы еще и коммерцию можете принять. Реформация начинает золотой век на 10 ходов и на 33% увеличивает культуру во всех городах с чудесами света. И свобода веры минус 10% культурная стоимость общественных институтов. То есть эти два общественных института как раз для тех, кто идет на культуру. То есть опять получается, что этот общественный институт набожность, он даже больше не веру увеличивает, а культуру. Что у нас? Только открытие общественного института и еще один цивик, и все. Все остальное на культуру и на золото. Вот там один храм. Ну и в итоге принятие вообще всех институтов набожности минус на 20% снижает стоимость религиозных покупок, дает 3 веры и 3 культуры от святого города. Ну, тоже, знаете, такие сомнительные бонусы, тем более, когда вы закроете набожность, религиозные покупки вы вряд ли будете делать, не знаю, ну, великих людей, конечно, там, например, от порядка, от коммерции, дешевле они будут вам выходить. В общем, я вам просто хочу сказать, что я играл через набожность несколько игр специально, причем религиозными нациями, то есть именно посмотреть, как оно будет работать на религиозных нациях. И, к сожалению, я начинаю отставать по науке. И, то есть надо... ладно, если это мой сосед, я могу его затормозить войной. И тогда, конечно, религия неплохо работает. Но если этот чувак где-то там далеко, и с ним никто не воюет, то, идя по набожности, я просто себя обрекаю на отставание. И поэтому, если вдруг у кого-то получалось через набожность нормально играть, то есть, ну, только имейте в виду с сильными соперниками или с компьютером на высокой сложности, то есть на 7 или на 8, то пишите в комментариях. Я же вижу, что набожность можно применять только на расселение, причем не полностью его закрывать, а, например, открыть набожность и взять еще вот тот, который плюс к вере, там, предположим. И дальше идти, если вы на расселение, то вам рационализм все равно не очень поможет. То идти там по порядку, открывать все цивики из порядка или из коммерции. А набожность просто такие некоторые дополнительные бонусы, а не полностью закрывать. Так, ну вот теперь уже, наверное, про набожность все. Ну, думаю, что на этом рассказ про религию можно завершить. Единственное, что еще раз вам покажу наглядно на примере, что значит давление от городов. Вот я тут загрузил 105-го хода сейф без моих оппонентов, то есть как бы сингловые игру. И вот давайте посмотрим на давление. Вот Корк, недавний город. В нем уже 3 последователя иудаизма, и видите, давление 126. Почему давление 126? Делим на 9, потому что это быстрая скорость, а при быстрой скорости от каждого города с религией давление 9. Делим на 9 и получаем 1, и 36, и 4. 14. Значит, 14 городов давят, 14 городов, принявших иудаизм, давят на Корк. Значит, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я думаю, что Лхаса не давит, потому что она далека от Корка по клеткам. Напомню, что у нас давление в районе 13 клеток. Так как у меня, вот откроем верование, и у меня принята религия, видите, на 30% распространяется дальше. То есть не на 10 клеток, а на 13. Можно даже просто посчитать. Вот у нас Аберсуит далековато находится от Корка. Считаем. Так, а где-то у меня клетка почему-то у меня выключены.
А, ну вот в 2D можно посчитать. Вот обрисует. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, нет, он не достает. Значит, уже какие-то другие, которые я вот тут не вижу, города уже приняли иудаизм. Вот посмотрим на Берлин. Видите, у него уже 4 иудеи сидят в Берлине, и давление от моих городов намного сильнее, чем от христианства. Это значит, что постепенно, через несколько ходов, Берлин станет иудейским городом, так как у меня практически на треть выше давление. Это именно от того, что много городов с иудаизмом давит на этот город. Так, ну, к сожалению, вот то, что я там рассказывал вам про 1000 очков и так далее, этого нигде не видно. Это собирается не видно для игроков. И поэтому никак я вам это не покажу. Но вот давление, как влияет давление, я вам объясню. Вот, например, Кёльн. Вот смотрите, здесь, видимо, испанцы на него сами с помощью миссионера распространили религию, а мне миссионеров не надо. Вот видите, давление на Кёльн иудейской религии намного выше, чем христианской. 45, то есть 9 делим 45 на 9, значит 5 городов давят на Кёльн. Это явно Виттенберг, Глазго, Нант, Корк и, видимо, либо Лиссабон, либо Дублин. Давайте посчитаем от Дублина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-12, нет, не достаем до Кёльна. Значит, вот здесь вот какой-то город, а Лиссабон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, Лиссабон давит на Кёльн. Значит, получается, Виттенберг, Глазго, Нант, Корк и Лиссабон. Вот эти 5 городов давят на Кёльн. И получается, что давление на Кёльн 45, потому что 5 городов умножаем на 9 давление от каждого города, получаем давление 45. Надеюсь, вот так наглядно вы поняли, что означает давление каждой религии. И так как в Кёльне давление от иудаизма выше, чем от христианства, то, во-первых, новый житель обязательно будет иудеем, а если не будет появляться новых жителей, то постепенно, вот с накоплением тысяч, вот что я вам до этого рассказывал, то есть будет плюс 45 каждый ход, плюс 45, плюс 45, накопится тысяча, и христианин один перейдет в иудаизм, сделает обрезание, и из... что у нас тут Германия, да, из Ганса сделает обрезание, станет шлемазлом. Вот так. Ну и давайте, в связи с тем, что я уже все про религию рассказал, прошло всего 2,5 часа. Боже, 2,5 часа! Неужели вы 2,5 часа это все слушали и смотрели? Ну, вы же знаете, я люблю проверять, как вы смотрите мои внимательно видео, так что все, кто досмотрел до этого момента, пожалуйста, напишите в комментариях. Халецкий делает отвратительные видео, жалею, что подписался. Давайте потроллим тех, кто не досматривает мои видео так долго. Ну, а дальше, если вы смотрели только ради религии, то, наверное, можно уже прекращать. Я, в принципе, все, что знал, рассказал. Дальше я расскажу вообще, как вот проходила эта битва. Многим это интересно, нравится. Требует вообще чуть ли не летсплей снимать. Нет, летсплеев не будет. И тут я остановлюсь только на самых интересных моментах. Вот, значит, у нас Япония еще не до конца взята. Давайте посмотрим, как я беру Киот. Или что там, Токио осталось. Токио. Ну, а пока я тут своим скаутом, как раз в тот ход, когда я беру Токио, нашел наконец-то моего второго соседа. Это Германия оказалась. Как и думал я, она слева. И видите, на холмах. То есть воевать с ним будет довольно тяжело, если я соберусь с ним воевать. Но до него еще далековато. Там стоит несколько городов хотя бы еще поставить. А пока вот Токио падет сейчас под ударами кельтских пиктов. Ну, вы видите, что я могу его прямо сейчас взять, просто не беру. Кисланд попросил дать ему возможность поселенцам где-то в стороне поселиться, чтобы посмотреть, как будет развиваться игра, то есть он уже не конкурент, а где-то будет стоять его город.
Так, ну видите, тут подвисла игра, и бананоид отключился. Это он не специально вышел, потом он рассказал, что отрубилось. То есть не его проблема, мы продолжили играть без него, потому что он пропал даже из Стима вообще. Кстати, это сказалось, к сожалению, на игре, что вот бананоид пропал. И вместо гунов играл компьютер. Но это об этом дальше. Итак, пока я не беру Токио, стараюсь дать Кисланду возможность поставить поселенцев. И тут открываю карту и вижу, что тролль-рыбак готовит против меня кешиков. Вот уже двое стоят, но понятно, что их там не два. Совершенно намного больше. И надо брать Токио, иначе... Кешики скоро пойдут ко мне, а у меня все войска вот под Токио стоят. Ну вот Кисланд наконец написал, что он поставил город, и мы берем Токио своими пиктами. Все, в принципе, у меня защита снизу, с юга очень неплохая. Тут горы, холмы, и несмотря на то, что кешики у монголов это очень крутые юниты, я думаю, я смогу... защищаться. Не скажу, что без проблем, но защитить Токио так точно не взять. Видите, тут он вообще весь горами окружен, его взять только если возьмешь Киото. А вот Киото придется защищать. Явно тролль нацелился на мои войска. Вот видите, я тут еще пиктом разведываю его поселение, гажу ему дорогу. То есть у нас еще с ним не война, я просто разрушаю дорогу, потому что она не на его территории, и войну можно не объявлять. Вот и Берлин найден, видите? То есть это вот территория пустая, которая здесь, по идее, она предназначалась для немцев. То есть надо было немцам тут строить эти вот слоны, лошадки. Но Даймон посудил, что... через холмы переться поселенцам не очень прикольно. Ну и вот, наконец, тролль-рыбак объявляет мне войну. Накопил кешиков, и самое время напасть на беззащитного меня типа. Но он забывает, что, во-первых, он против кельтов воюет, у которых уникальный юнит пикт, и хотя пикт не имеет бонусов против верховых юнитов, зато... пикинер, в которого апгрейдится пикт, и бонусы имеют. Я буду... вот я, правда, еще не открыл государственную службу, но я к ней иду, и мне надо продержаться до пикинеров, чтобы апгрейдить их, и я думаю, тогда я против кешиков смогу выдержать. Это во-первых. Во-вторых, вот смотрите, у нас в чате написано, что Даймон пишет, что они с Атиллой собирались разгромить Испанию, то есть с двух сторон на нее напасть, но Атилла, как вы помните, вышел у нас, там у него проблемы были. И теперь вот непонятно, на кого немец будет нападать, будет он воевать с Испанией или нет. Это опять же скажется на итоге игры потом. Прыгаем на 6 ходов вперед. У нас идет война с троллем-рыбаком. Собственно, он своими кешиками нападает на меня, обстреливает и отходит назад. Я вперед выставил пикинеров. И вот уже одного из них уничтожили, пока я тут отключал, что у меня всякие сообщения поприходили. Надо всегда следить за армией. То есть сначала армия, а потом уже всякие эти сообщения. Можно их игнорировать лучше всего. Ну, я вот уже своих, как видите, пиктов всех проапгрейдил в пикинеров. Тактика простая. У монголов кешики, у которых 5 ходов аж, то есть они могут подбегать даже на холмах, стрелять и отходить назад. Но мне повезло, что, видите, у меня тут холмы, то есть как минимум они могут всего лишь на один ход вперед двигаться, стрелять и на один ход отходить назад. Тем более вот они уже сейчас за рекой находятся. То есть чтобы форсировать реку, им приходится вообще целый ход тратить. Просто целый ход. И, видимо, сейчас тролль будет подводить рабочих, чтобы строить дорогу через реку.
Еще на пару ходов вперед. Видите, я уже понял тщетность попыток тролля захватить мои города, но и смысл в том, что я не смогу и на его города напасть, потому что у нас такая территория, которая и его города защищает, и мои тоже. Я ему об этом пишу в чате, что без вариантов. Тут надо мир заключать, иначе мы погрязнем в войне, но тролль предпочитает, видите, пишет, что кешек аж 400 рублей стоил, значит, надо воевать. У него получается, что единственный соперник я, до других он, видимо, добраться не может, я не знаю, в чем дело, но мне было проще, например, перекинуть армию сейчас на немца и пойти на него, потому что тролля я точно взять не могу, видя эту местность. Город у него там далеко находится, до которого идти. Ух ты, видите, тролль вообще через честь полностью пошел, всю честь уже взял, в то время как я волю. Но это ему не очень помогает. Явно у него больше генералов, чем у меня. Вообще, я бы на месте тролля, вот если сейчас разбирать ошибки, пожалуй, ему стоило между своим и моим городом еще один город поставить. И тогда уже генералами от города отжирать мою территорию. Но здесь может быть, вполне может быть, что там просто город не помещался. То есть, чтобы поставить еще один город, между нашими городами должно быть 8 клеток. И вполне может быть, что их там просто нету. Поэтому он и... Хотя, так я визуально... Может, вмещалось, не знаю, это вот он потом в комментариях напишет. Но, видите, здесь такая ситуация, что в моем представлении здесь никто не может победить. Я могу отбить его нападение, вряд ли он как-то сможет так на меня напасть, что я отдам ему Киото. И на его город я не смогу пойти, потому что у меня, видите, нескоростные юниты, копейщики и прочее, а тут одни холмы, а пока дойду до его города, они устареют. Еще плюс 8 ходов вперед. Как видите, я не только на фронт с монголами работаю, но и подтягиваю войска к немцам. Берлин стоит очень невыгодно, его будет трудно брать, но у меня есть ресурсы на строительство войск, почему бы и не попробовать. Тем более, что, ну вот, смотрите, по демографии я даже по населению неплохо, хотя для расселения быть на втором месте по населению – это очень круто, по грамотности на первом месте. То есть у меня развитие идет очень неплохо. Все замечательно. Здесь у нас на этом фронте монгол постоянно подбегает кешиками, расстреливает моих пикинеров и отбегает. Ну, то есть основного падения нету. Я-то понимаю, что у него, как бы его кешики, они ему... генералов поставляет. Я напомню, что уникальный юнит монголов на 50% быстрее увеличивает рождение генерала. Поэтому, возможно, у него там уже генералов больше, чем у меня. Но так как его границы с моими не соприкасаются, я не очень по этому поводу волнуюсь. Ну, так как у меня достаточно денег, то имеет смысл рядом с Киото в сторону монголов прикупить территорию, чтобы было лучше видно войска их, которые рядом с моими границами находятся. Вот как раз я еще там своим рабочим строю крепость, чтобы поменьше бомбили пикинёра. Ну и как бы защита очень неплохая. Видите, у меня с юго-запада горы охраняют, с востока, в принципе, тоже. Он там обходить придется очень неплохо, я всегда этого юнита замечу, который в обход пойдет, всего одним юнитом можно идти. Так что защитная позиция замечательная. Но тролль считает, что он сможет меня взять. Продолжили игру мы уже на следующий день. Вот видите, как хорошо играть с друзьями, с участниками группы одной. Можно всегда договориться, когда встречаемся. Ну вот моя тактика проста. Я построил крепость, ставлю в нее пикинера, и кешики его обстреливают. А остальные в это время вот лечатся. Ведь у меня какая вереница пикинеров, которые лечатся. Ну, я думаю, тролля это тоже устраивает. Он там себе... растит генералов на моих пикинерах, обстреливая их кешиками. Все довольны. Единственное, что нам приходится свою экономику тратить на войска. То есть и он, и я
строим войска постоянно. Он для того, чтобы нападать и захватить мой город, я для того, чтобы защититься. Ну, смысл стратегии тролля за монголов понятен. У него идея не в том, чтобы вот завоевать кельтов и напасть на меня, тем более, что понятно, что у меня развитие неплохое, и у него большие усилия придут, и большие усилия придется ему затратить на то, чтобы меня завоевать. Он стремится вот к тем, видите, трем городам-государствам, которые посередине моей империи. Если бы я разведывал карту заранее, я бы знал, что, видите, на западе от них горы находятся, и тролль может к ним добраться только через мои города. В принципе, я напомню просто, что у монголов уникальная способность, у них большой бонус при захвате городов-государств, то есть, в принципе, если вы играете за монголов, то города-государства ваша основная цель. Но здесь и я ступил, на самом деле, надо было эти города самому брать. Вместо того, чтобы вот сейчас собирать войско против немцев, надо было идти и вот эти три города завоевывать. Я затупил, потому что я, честно говоря, думал, что они меня защищают от государств с той стороны. Я не знал, что там за ними горы находятся. Поэтому вот как-то так себе в мыслях представил, что надо завоевывать Германию, и пошел в ту сторону. И о городах-государствах забыл совершенно. А вот не стоило бы, а надо было их завоевать, и было бы у нас еще больше городов. Тем более, что, как видите, расселение у меня уже закончилось, потому что просто некуда ставить новые города. Вот вы видите, там место на севере, но на самом деле оно очень плохое. Там один снег и лед, и бессмысленно туда город ставить вообще. 113-й ход, то есть уже 30 ходов мы с троллем воюем, и здесь вот Striped Kitty как раз задает вопрос по теме нашего видео. Как сделать, чтобы великие пророки сами не появлялись и вера дальше копилась? Я ему отвечаю, точно так же, как я вам говорил в этом видео, никак. Великие пророки, даже если вы отмените накопление на них, они все равно будут появляться до индустриальной эры. Только когда вы вступите в индустриальную эру и сможете покупать других великих людей за веру, только тогда великие пророки перестанут появляться автоматически. Это опять же сделано для того, чтобы вы не копили веру. Вот полюбуйтесь, какую армию скопил под моими границами тролль в преддверии 115-го хода. Слава богу, я уже апгрейдил своих пикинеров в уланов и смогу более качественно противодействовать его кешикам. Но мы уже 32 хода воюем, понимаете, и никуда не сдвинулось наше противостояние. Как видите, он пока не идет вперед своими войсками, ставит их в оборону. Ну, видимо, что-то задумал. Я, точнее, знаю, что он задумал. Нет смысла тут какой-то секрет делать. Он сейчас будет своими генералами, которых он накопил, обстреливая моих пикинеров, прокладывать ко мне дорожку. То есть будет строить крепости, отъедать землю и постепенно добираться ко мне. Но так как у него его территория далеко находится от моей, то ему намного больше придется потратить генералов, если бы, в отличие от того, если бы они были граничили. Как видите, я еще по всем параметрам на первом месте, кроме населения. Явно Испания по населению на первом месте. И меня очень беспокоит, что они не воюют. То есть воюем только мы с монголами, а немцы и Испания в это время развиваются. Ну, не смотрите, что гуны и японцы вышли. На самом деле, там у них маленькие совершенно города остались, и они совсем не конкуренты, так что не важно, что наши соперники вышли. Хотя вот бананоид вначале вышел, это не очень хорошо. Ну, сейчас вы видите, как я пытаюсь своими уланами, к сожалению, вот одного теряю, но зато и уничтожил одного его кешика. И стараюсь своими уланами как можно больше урон нанести своему сопернику. Вот он уже заменил уланов на арбалетчиков, на арбалеты, и ими идет. Но атака арбалетами мне уже не так страшна, как атака кешиками 30 ходов тому назад. И сейчас будет намного все проще.
Он постепенно будет арбалеты подводить, но у меня есть противодействие против них, и уланов у меня дофига, и, видимо, придется вот те войска, которые я отводил для нападения на немцев, все-таки вернуть сюда для защиты, но хоть отобьюсь. И видите, прямо на подходе к Киото я решил поставить крепость генералам, потому что думаю, что если... То есть для того, чтобы он не подвел своих арбалетов вот на эти холмы. Сейчас будет, если вид на Киото. Сейчас я вам лучше сделаю, чтобы было видно. Вот видите, где крепость стоит, да, к юго-востоку от Киото на одну клетку. И арбалетами, чтобы обстреливать Киото, ему как раз придется подставляться под эту крепость. То есть очень удачное положение, он ее уничтожить не может, потому что надо довольно близко подвинуть своих юнитов. У меня под Киото стоят юниты, которые защищают эту крепость, и арбалетами он не может встать так, чтобы обстреливать Киото. Но вот видите, из-за тролля мне приходится социальные институты честь брать, что, конечно, не увеличивает... развитие нашей империи кельтской, но зато поможет отбиться от этого нападения. А теперь посмотрите, что с другой стороны у меня делается. Тут уже немцы подвели войска, чтобы напасть на меня. Ну, во-первых, он, видите, крепости построил на выходе, то есть я никак на него уже там пройти не могу, несмотря что я копил. То есть здесь очень важная моя ошибка. Не надо было... копить там войска. Во-первых, этим я спровоцировал немца, то есть он стал волноваться, что, мол, я там коплю войска, чтобы на него напасть. Ну, я для этого и копил, собственно. А надо было этими войсками вот те три города завоевывать, которые в центре моей империи. Почему я этого не сделал, я вам сейчас сказать не могу. Это точно затмение, то есть что-то... Я, видимо, решил, что негоже кельтам завоевывать города-государства, или что, я не понимаю, в чем дело, но вот сейчас уже, глядя на эту игру и комментируя, я понимаю, что это была моя очень большая ошибка. Надо эти было три города завоевывать. Войск у меня немерено, как видите. Я спокойно отбиваюсь от монголов. И при этом еще коплю войска для того, чтобы напасть на немцев. И вот это вот эти накопленные войска надо было бросить на завоевание городов-государств. Ну и вот, смотрите, тролль-рыбак своих накопленных генералов наконец-то стал превращать в крепости и отхватывать у меня территорию. Уже приблизился Киото. Ну, вот у меня с двух сторон такое серьезное напряжение. С юга нападают монголы, пытаясь захватить Киото и прорваться к городам-государствам. Хотя, казалось бы, если бы я захватил эти города-государства, ему бы прорываться уже было бы некому. А с запада прут тевтонские орды. Причем я их сам спровоцировал. Я хоть и не нападал, но скопил войска под городом, и вместо того, чтобы немцы напали бы на испанцев, он увидел, что у него под границами стоят мои войска, и решил, что сейчас я на него нападу, и нафиг ему это надо, и он свои войска скопил на моем фронте. И вот я, собственно, по своей только вине имею практически двойвайн, но немцы еще не напали, но я думаю, это не за горами. Вместо того, чтобы, опять же, повторюсь уже в который раз, надо было завоевывать те города-государства, и монголу просто было бы незачем идти ко мне, а рядом с границами немцев не надо было скапливать войска. Этими войсками надо было завоевывать те города-государства. Вот вам типичная стратегическая ошибка, которая даже основывается не на развитии вашей нации, а на просчете, на просмотре карты, территории. Ну вот, видите, вообще как ко мне приблизился монгол, отхватил какую часть территории. А в это время Испания спокойно там развивается и ни с кем не воюет. Вот видите, какие у меня уже проблемы. У меня тут две
крепости под боком, причем одна из них моя. Но видите, одну я смог уже уничтожить. Ну, не уничтожить, а разрушить. И она не будет воздействовать на Киото. Но монгол замечательно пододвинулся к Киото и теперь всеми своими войсками будет меня там напрягать. Так что настали у меня напряженные времена, плюс к тому, что еще и немцы с другой стороны, абсолютно с другой стороны моей империи, планируют напасть. И еще раз повторю, все благодаря самому себе. Мне не на кого жаловаться. Ну, в общем, мне надо как-то отодвигать вот крепости монголов от своей территории. Единственный выход – это попытаться генералам на холм, вот видите, восточнее Киото, то есть на территорию монголов, и таким образом я и свою крепость поставлю, и его две крепости отъем. Но вопрос в том, что это надо сделать максимально незаметно для него. Ну, понятно, что, конечно, увидит генерала на своей территории и все поймет, но сделать это так, чтобы он не успел убить его, ну, во-первых, под защитой, то есть я не могу... Мне придется два хода потратить, чтобы сначала туда поставить генерала, у него ходы закончатся, и на следующий ход по-быстрому ставить крепость. Во-первых, мне надо знать горячие клавиши, для того, чтобы крепость поставить. Это Ctrl-C. Ну, обычное вставить, как в Windows. И вот запомните, что в цивилизации горячая клавиша для того, чтобы размещать крепость генералам, это Ctrl-C. Эх, не успел своего пикинера убрать. В такой напряженный момент очень потеря такая серьезная. Надо было быстрее действовать. Так что я сейчас дождусь примерно конца хода, и тогда уже в конце буду передвигать своего генерала. Но перед этим в ту сторону передвину множество своих войск, чтобы монгол не думал, что я там, типа, планирую генерала поставить. Он думал бы, что я с той стороны нападать на него собираюсь. И он потратил бы ходы своих войск на то, чтобы обстрелять мои юниты. И когда вот он обстреляет мои юниты, я поставлю туда генерала, и только тогда он поймет, что я собираюсь туда генерала провести, которого он пока не видит. Но ходить ему уже будет нечем, и он не сможет помешать моей задумке. Я уже следующим ходом успею Ctrl-C поставить крепость. Вот видите, я сейчас ее воплощаю, эту задумку. То есть я как бы сейчас подставляю своих юнитов, они будут обстреляны, возможно, кто-то из них умрет, но зато отъем такую важную территорию, захвачу его крепости, и ему уже будет сложнее намного нападать на Киото. Я по-быстрому вот эту крепость, которую я сейчас разрушил прошлыми ходами вот под Киото свою, я ее рабочим восстановлю и уже не подпущу арбалетов к Киото. Вот сейчас посмотрим. Видите, вот он обстреливает моего рыцаря. Он поддался на эту провокацию, на мою подставу. Сейчас я еще подведу Улана туда, вот на то место, именно куда я хочу поставить генерала. И в конце хода перемещу генерала, обрадую монголов своей задумкой. Только тогда он поймет, что я там задумывал. Ну, рабочий следующим ходом пойдет у меня крепость чинить, так что пододвинем его поближе. Так, сколько еще? 50 секунд осталось. Кстати, вот этот таймер, он, количество секунд зависит от того, сколько юнитов вообще есть в игре. Не от того, сколько у каждой нации, а отдельно, не отдельно, а суммарное количество юнитов, и из этого игра автоматически высчитывает количество секунд, которые требуются на ход. Так что чем больше юнитов в игре, соответственно, тем таймер будет дольше отсчитывать. Ну вот немец там все не нападает на меня, копит войска, но там, честно говоря, такая территория, что нападать будет тяжеловато, что мне, что ему. И до сих пор жалею, что я там у него войска скопил и спровоцировал его, но да ладно. Так, ну что, передвигаем генерала, 5 секунд, вот, здравствуй.
И Ctrl-C. Так, внимание, сейчас ход начнется. Все приготовились. Ожидаем. Готово. И давай, Ctrl-C. Все. Поставил крепость. Вот. Ну, уничтожил моего улана, к сожалению, пришлось им пожертвовать, но зато, как видите, очень важную территорию я отъел. Ну вот, монгол еще одного генерала подвел, отъел тоже территорию, но вот та крепость под моим Киото моя. Больше у монголов генералов нету, что радует. То есть такая моя стратегическая задумка удалась. Видите, он даже скаута подвел, чтобы проверить, что у меня тут есть, у меня кто-нибудь тут еще или нет. Еще вперед на несколько ходов. Как видите, тут у нас ничего не меняется. Тролль-рыбак пытается меня завоевать большим количеством войск. Я отбиваюсь, в принципе, вполне... нормально, и никаких тут проблем нету. Отвожу раненые войска, лечу их, остальные подвожу на крепость, чтобы он их обстреливал, и Киото ему все никак не взять. А это уже, по-моему, 40-й ход нашего противостояния идет. 40 ходов война. В 290 году до нашей эры он мне объявил войну, а сейчас 1280 год нашей эры. То есть 1500 лет кельты и монголы рядом с Киото воюют друг с другом. А нет, вру, наши эры начали в 290 году нашей эры, так что 1000 лет кельты и монголы дерутся под Киото. Ну вот, смотрите, я тут в чате пытаюсь тролля-рыбака убедить... мир, наконец, заключить, потому что выиграет Испания. Но тролль-рыбак хочет, чтобы я ему отдал Токио. Вот, он мне предлагал условия вечного мира Токио, и таким образом он может прорваться к городам-государствам на севере, которые я, дурак, еще раз повторю, сам не захватил. Ну, я ему говорю, что это слишком жирные условия. Токио. Как бы столько воевать, чтобы отдать ему Токио. И вот пишу ему, признайся, что у тебя просто пунктик на мне. Ну, просто, то есть игра для тролля-рыбака заключается в том, чтобы я не выиграл, то есть со мной повоевать, а как там остальные, фиг с ним. Но он пишет, что... Я потом, когда открыл карту, понял, что это действительно так. Вот он пытался вот до тех трех городов-государств добраться, которые я, дурак, не захватил, и вместо этого спровоцировал Германию на войну с собой. Но видите, здесь война с монголом уже... такой стадии вялых перестрелок перешла. Стоит у нас аж 4, да, 4 крепости стоит. И мы просто друг друга... О, еще мушкетера уничтожили, мы его перестреливаемся. Там то он моего юнита уничтожит, то я его. И никакого движения нету. На 129-м ходу, видите, уже я перехожу в наступление, начинаю теснить, тем более, что у меня уже кавалерия появилась, а у монгола все еще кешики, и он их не апгрейдит. В это время Испания спокойно, без всякой войны развивается, вот уже фарфоровую пагоду закончила. То есть явно Испания уже вперед вырывается по науке. А мы тут все еще воюем. Уже 40 с лишним ходов. И вот, наконец, не выдержав, на 137-м ходу мне Германия объявляет войну. Слава богу, к этому моменту я смог отбиться от монголов. Тролль понял бесперспективность нападения на Киото. И теперь я смогу все свои войска перекинуть на... Ну, правда, мы еще мир не заключили с монголами, но... Здесь, в принципе, уже понятно. У меня преимущество в технологиях. Я вперед вырвался по войскам и технологиям, и мне уже намного проще отбиваться от его атак. Сейчас я буду перекидывать войска на немецкий фронт. Там, я смотрю, Деймон большими силами попер на мой корк.
Видимо, скучно стало совсем. Но я еще раз повторюсь, что я спровоцировал его сам. Вместо того, чтобы вот эта вся орда хлынула на Испанию и затормозила ее развитие, я тем, что собирал войска на границах Германии, напряг Деймона, естественно. В сетевых играх всегда паранойя такая, что на тебя сейчас собираются нападать. Если бы он просто видел, что, как я тут воюю с монголами, он бы понял, что никакого нападения не может быть. На его... Ну, даже если бы я и напал, то у меня просто не хватило бы войск как-то там сильно его напрячь. Хотя, с другой стороны, если бы он реально видел, как меня тут монгол напрягает, то немцу надо было бы нападать намного-намного раньше, и я просто не смог бы на два фронта адекватно обороняться. Ну, а в это время, пока мы тут втроем воюем, видите, у меня уже тут Корк окружен, Испания спокойно строит чудеса и всячески развивается. На 140-м ходу, как видите, Германия сейчас возьмет Корк, а я пока там веду сепаратные переговоры с Испанией, прошу ее напасть на Германию. Но на самом деле, здесь я преследую цель не ослабить Германию, а ослабить Испанию. В этом идея. Ну вот Корк только что взят, еще и два каких-то там юнита потерял при этом. Но я сейчас быстро перекидываю с фронта против монголов войска на фронт против Германии и думаю, что Корк я отобью. Ну вот через 6 ходов я уже перешел в нападение, естественно, это стоило моей экономике больших усилий. Все мои города строят военные юниты, никакой науки, никакого развития. А в это время Испания уже и Биг Бен построила. А еще посмотрите, как у меня замечательную падлу Испания на 150-м ходу сделала, пока я тут с немцами воюю. Он тихой сапой привел великого пророка через море в Эдинбург, в мою столицу, и переконвертил Эдинбург в христианство. Представляете? Теперь мне придется тратить очки веры на покупку великого пророка. Благо, я их уже тут накопил немерено, но тем не менее, все-таки это несколько ходов тратится. Зато, кстати, я могу вам показать, что если святой город, вот в данном случае Эдинбург, моей веры иудаизма перевести в другую веру, то бонусы от культа основателя не теряются. Так что бонусы от культа основателя теряются только если святой город захвачен. Если ваш святой город захвачен, то бонусы от культа основателя ваша вера теряет. Я уже повторяюсь, но при этом противник, который захватил ваш святой город, этот бонус не получает. Ну вот, на 153-м ходу я, наконец, отобью сейчас обратно Корк. Заполучу его себе. В это время мы там с троллем рыбаком обсуждаем, как бы это испанца обыграть. Но, честно говоря, эта партия уже проиграна. И именно благодаря тому, что мы так долго воевали друг с другом. Как бы мораль вот всего этого действия, что я вам сейчас рассказываю, если вы начинаете воевать против игрока и видите, что, ну, ходов 5 уже у вас, вы застряли и не видите никакого продолжения этой битвы, то не стоит продолжать. Вы понимаете, война, она тормозит развитие обоих наций. То есть, если у вас цель затормозить развитие этой нации, он там впереди по параметрам и так далее, то, конечно, стоит воевать и дальше. То есть, там не с мыслью завоевать его города, а именно затормозить. А если вы хотите завоевать эту нацию и видите, что нападение затормозилось, то лучше прекратить его и сосредоточиться на других противниках. Там, на городах-государствах, например. И, а еще лучше вдвоем объединиться против того, кто вырвался вперед. Причем вырвался вперед это не по очкам, потому что основное количество очков Цива начисляет за территорию, а по науке. То есть желательно нападать на тех, кто впереди по науке. Особенно это касается середины игры. Вот когда вы
в новое время вступаете, там, где научные школы, фарфоровая пагода, вот лучше нападать на те нации, которые строят фарфоровую пагоду и получают великих ученых, там, академии строят и так далее. Вот их надо тормозить, иначе они уйдут далеко вперед по науке, и вы потом уже не сможете никак их догнать. Вот в данной игре тут уже немец, можно сказать, признал свое поражение и согласился отдать мне Мюнхен, потому что Мюнхен граничит с Испанией. И мы тут с троллем рыбаком и, собственно, немцем решили втроем на испанца напасть, потому что он далеко вперед оторвался. Вот давайте к этому моменту и перенесемся. Как видите, 180-й ход, я под стенами Мадрида, но испанец успешно отбивается, и никаких вариантов его взять нет, тем более, что он далеко впереди по науке, как видите, на 14% впереди, и несмотря на то, что мы сейчас на него нападаем втроем, но было ясно, что эта партия проиграна еще на 150-м ходу. Причем Деймон и тролль-рыбак всячески мне помогают, дарят своих юнитов, которых я апгрейджу в более продвинутые, потому что из всех нас троих у меня лучше всего развита наука. Но все равно испанец далеко впереди меня по науке, как видите, у него более крутые войска, и он спокойно отбивается. В общем, давайте перейдем уже к концу этой игры. На 193-м ходу Эдинбург подвергся ядерной бомбардировке. Из 24 жителей в живых осталось только 14. Окрестности столицы кельтов были заражены ядерными отходами. В общем, все стало плохо. Все умерли и никаких вариантов. Ну, это пока тут еще написано 24, игра не сразу, не так быстро соображает, к сожалению. В общем, мы еще, ну вот еще параллельно там Испания завоевывает столицу Монголии, мы еще доиграли до того, как Испания запустила космический корабль в космос, но вы сами понимаете. И самое интересное, что проигрыш был очевиден уже на 150-м ходу. Значит, ошибки этой игры для вас, чтобы вы понимали, как лучше играть, быстрее соображали и так далее. Значит, во-первых, не ведите длительных войн, если вы при этом ничего не завоевываете. Война только ради войны приносит успех вашим соперникам, которые в это время не воюют. Всегда заключайте союзы против тех, кто вырывается вперед по науке, особенно в середине игры. Если в начале это еще не так очевидно, потому что там периодически меняются лидеры, то в середине игры, особенно кто строит фарфоровую пагоду, это вот явный лидер по науке. Воюйте против него. Далее. Конкретно в этой игре, вы видите, моя главная, две главных ошибки было. Я не завоевал три города-государства, которые посередине моей империи находятся. И вы сейчас на карте видите, вот внизу, в правом углу, что за этими городами-государствами были горы. То есть никаким образом мне не могли там помешать другие соперники, я им мог спокойно их завоевывать. То есть разведка и захват. Если вы не можете завоевать соперника чужого, то захватывайте города-государства. И вторая моя ошибка, что я спровоцировал своим хождением рядом с границами с немцем немца на нападение на меня, а не на испанца. Так бы немец мог затормозить развитие Испании и был бы еще какой-то вариант победить здесь. А так, долгая война с Монголией, война с Германией, не захват городов-государств, все это приводит к тому, что побеждает Испания, которая всю игру не воевала, ну, как бы она там воевала, она захватила компьютерного Аттиллу, и потом в конце игры, когда мы уже все навалились, когда она уже была далеко впереди по науке, спокойно отбилась. Но самое главное в сетевой игре – не давать развиваться соперникам. Не давать развиваться. Если вы воюете, и ваш соперник развивается, значит, вы проиграли.
На этом все, видео получилось аж больше 3 часов. Боже ж ты мой, неужели кто-то досмотрел до конца? Ну, я надеюсь, что я смог вам рассказать полностью все о религии. Теперь вам понятно об этом аспекте игры все. Но если вдруг я что-то упустил, конечно, спрашивайте в комментариях. Ну, давайте еще раз проверим, кто досмотрел до этого момента. Пожалуйста, если вы досмотрели вот до конца это видео, пожалуйста, напишите в комментариях: Цива слишком умная, го играть в Доту. Давайте-то потроллим еще и тех, кто ненавидит Доту. Я, правда, ее тоже ненавижу. Точнее, как, не ненавижу, мне вообще на нее все равно. Ну, по-моему, будет забавно в комментариях к Циве такие... такой троллинг, кто считает цивилизацию самой-самой игрой. Ну, поразвлекаемся, почему бы и нет. Ну, вот сейчас вы видите, как проходила игра. Вообще, тут еще всякие графики будут. В общем, вы, как всегда, слышали Лешу Халецкого. Канал Леша Играет. Подписывайтесь на него. Я постараюсь почаще выпускать видео. Ну, как видите, больше 3 часов. Я тут столько инфы про религию перелопатил, столько игр специально религиозных сыграл, чтобы вам как можно более аргументированно, как можно более в теме рассказать о том, как влияет религия на игру. Следующее видео про цивилизацию, как я уже говорил, планирую сделать про сетевые игры, как играть в сети, всякие неясные возможности. То есть тут мы уже совместно с участниками моей группы много всего разобрали. То есть там не будет каких-то стратегий победы, я даже не буду какую-то определенную игру показывать, а просто расскажу, как удобно играть в сети. Все, на этом все. Играйте в умные игры. Удачи вам!